Здравствуйте, дорогие друзья! Кто-то может подумать, что здесь сидит массовка, которую показали хлопок. Это не так. Сегодня мы собрались в музее усадьбы Державина. У нас сегодня 26 января 2013 года. И собрались мы здесь, а именно отпраздновать своим творчеством, своим, так сказать, исполнением своего творчества и вообще просто отпраздновать 10 лет деятельности в городе Санкт-Петербурга и в России театра. Поэтому послушайте. Ура! На самом деле это очень честная дата, потому что 24 января 2003 года в пятницу на Канонерском острове произошло вот именно то же открытие, но тогда мы только родились. А сейчас вот уже прошло 10 лет. И также в 1998 году, 24 января также, только уже в субботу, кстати, вот сегодня не суббота, родилось и поэтическое движение «Послушайте», а театр поэтов «Послушайте» является прямым, так сказать, наследником поэтического движения «Послушайте». В общем, все у нас «Послушайте». Давайте я не буду занудничать. Меня зовут Владимир Антипенко. Я Карабас-Барабас театра поэтов. Судьба у нас разная. Кто нас смотрит на видео в интернете, не поленитесь, наберите там в поиске «Театр поэтов», только слово добавляйте «Послушайте». И все обнаружите, все, что с нами связано. Ребята, на самом деле, это не я должен здесь распинаться, а это вот кто пришел к нам сюда и считает себя театром поэтов и как-то нас поздравит, вы, собственно, и делайте это. Пожалуйста, из-за этого комикс. Я знаю, что мы что-то приготовили. Да. Пожалуйста. Выставляли свои кавалергардские медали. Все так смотрели с высока, ведь пламя их родины было. Прелестные жеманницы-гвоздики сжимали в ужасе ладонью виски, ведь рядом такие веры на горюдке, что можно задохнуться от тоски. А зорные лилии найдены, а орхидеи томный аромат, их изотерпы, их невинные, все кружит голову. Все развлекает взгляд. Я долго простояла на тренера, не чувствуя, что мокрый снег, мороз, а рядом все бежали и родные, прохожие, не замечали. Лизавета Коля. Значит, господа в Тихоне, Лиза, к вам относится, ну, поскольку в театре поэта появились, может быть, меньше месяца назад, да? Кто тихо исполняет, давайте так, вы подходите сюда, вот чтобы у нас хотя бы там звук записался, да, на будущее. Ну, я не предупредил, я виноват. У нас сегодня происходит акция «Лирика 21 века». Лирика 21 века может кардинально отличаться от понятия лирики вообще. Вот. Но сегодня мы еще все-таки, пока, я надеюсь, еще лирику слушаем. Евгений Зудин, пожалуйста, давай, ходи. Давай вот, Женя, вот будь здесь, а? Тоже у нас не очень громкий такой. Стихотворение называется... Не переживайте, подожди. Господа зрители, кто первый раз, не переживайте. Сейчас будут вам и зомби здесь ходить, и все будет. Только не все сразу, не все сразу. Евгений Судов, пожалуйста. Стихотворение называется «Последняя песня Адама». Подруга милая, готовься, долг путь. Уже закат плывет над облаками. Деревья с берега нам машут вслед руками. Подруга милая, готовься в долгий путь. Как мне начать рассказ осенний свой? Ты помнишь, как в разбитые колени втирала нежно мне цветы сирени, а лунный свет серебряной совой влетал нам в окна комнат. Вечерами рассказывал я сны тебе одной,
Подруга милая, ты видишь за спиной деревья, словно алыми платками, листвою машет с берега вдали. Я ж как хором владил свою забросил, сухую ветвь оставленной земли, да пару деревянных старых весел. Подруга милая, пора, пора и нам отправиться в долину всех уставших. Готова лодка, ветер ждет, и там займи нам места для опоздавших. Это был Евгений Зудан. Сейчас у нас тоска закончится в наших душах, вот, потому что я хочу позвать на эту сцену Сергея Медведева. Пожалуйста. Когда мне приснилось, до чего был ясным сон, пока бы сияние лилось из моих окон, чей-то голос звал меня, больше не терять ни дня, должен я идти куда-то по покровам звездопада. Я зачем-то избран Богом в одинокую дорогу. Я проснулся, и тогда яркая звезда с неба скинула во мгле, и в полночной тишине я отправился туда, куда сгинула звезда, но потом я пожалел, так в пути я ослабел. Постучался в двери дома, но несколько номеров.
прочитать, ладно? Хорошо. Так будем делать, чтобы было немножко разноцветно, разноплавно. Вот я все-таки, давай, Андрей Табаков, коллега. Вот, господа, Андрей Табаков, группа на ограде, мы с Андреем давно дружим. Я, насколько помню, он выступал так. Андрей Табаков. Жги, давай. Город, стыдливо прозванный ямой, душа, забыв о цели, продолжает играть с дорожной грязью, венчаясь и тлея в городе, потерявшем желание ждать. Под солнцем слезоточивых глаз распростер руки к объятиям ночи. Город смерти, до боли любящий нас. Город, в котором уходят молча, когда ты бросаешь под ноги судьбу. Не спрашивай меня, сколько стоит свобода. Ты была нужна лишь ему одному. А теперь ты плачешь, и пустеют горе. Это коротенько. Любовь умирала, на колени встала. Я к черным звонам дыры пугают с ветром дым. Ладони просят подаяние звезд, чтоб быть живыми, молодым. Нам не уйти от этой мести голода. Внутри дыра сверлит и шепчет на ухо добра. Люби себя лишь в этом. Ты найдешь покой усталых мыслей, что гнездятся в черепе твоем. Еще вчера повисли все добродетели на изгороди чувств. И безнадежно ждут, все ждут, когда пройдут лихие годы. И ломким горлом выкрикиваешь в небо «Больно!» Рисуешь на закате ржавеющие пятна платин. Ты смотришь на пустоту, на отражение в стеклах. И страх внутри, и небо смолкло. Ты каблуками выстукиваешь ритм обочин. Я жгу себя и рассыпаюсь пеплом на глазах у прочих. И нет войны, лишь скучная, немая старость. Вот все, что нам с тобой осталось. Со своего рождения пугливо отбиваешь волю, на знаки стоп скулишь и истекаешь кровью, и вся твоя любовь сливается в одно начало. Желание обладать и рисковать, за право жить так мало в руинах низложенных, зараженных истин, наизначь выворачивая свою душу слизнем, ползти к обрыдлому, пустому и былому счастью, руками забинтованными расслабляться в страсти. Однажды оторвавшись, ты не найдешь пристани, лишь маята и сыпь, и городов вокзалы. Расплачиваешься за время, что удавалось в спазмы. Ах, ты забыл, как воскресал на зависть каждым. Ты каблуками выстукиваешь ритм обочин. Я жгу себя и рассыпаюсь пеплом на глазах у прочих. И нет войны, лишь скучная, немая старость. Вот все, что нам с тобой осталось. Спасибо! Что у нас еще будет момент, когда можно поздравить нас свободно, хотя ты это сделал сейчас свободно, да, не приготовлен. Ребята, а почему никто не приготовил какие-то концертные номера? Я же просил, вот, к тебе нет претензий, ты у нас спецгость. Давайте Лиза Валерьевна сейчас посмотрим. Елизавета Вавилина! Что у нас? Лито послушать? Нет, у нас немножко театр все-таки. Давайте. Тихо. Лицо смеялось в мокрых травах, детское лицо, и плечи узкие в туманах, табачное кольцо, несформированные кости, но хитрые глаза скатались на скамейке ости. Я хочу дитя. Росло ехидство, сморщив щеку, и проливался чай. Порезан пальчик обосоку, хлещет через край. Но кровь облизана и смута, глотком уже пьяна. Но не судьба остаться сытой. Я хочу дитя. Смотрите, вот я поражаюсь, сегодня какой-то день, кстати, полный зал. Я сегодня какой-то день, все наоборот. Вот. Лиза пришла на каблуках, танцевать уже не может. Секунду, давай. Это раз.
Второе, почему-то не надо ждать аплодисментов. Приготовленный номер, он идет от начала и до конца, да? Не надо ждать аплодисментов специально. Один, второй, 16. Весенние шизоидальные мысли очень красивые музы. Не могу ловить на них взгляды голодных таджиков. У нее яркая помада, восточные штаны и бусы. Она хочет забыться, целует мне руку, шепот и крики. Девочка, ты же пахнешь невменяемостью, родная. Ты же рассыпаешься, как бисер, невзирая на мой подлинный испуг. Я привезла тебе лес, души мухов, а ты нагая. Смеешься дико и повествуешь мне о том, как нам родить ребенка вдруг. Мне хочется изъять твой мозг, в него плеваться. Он источает бред, но без твоих странностей мое существование скудно. Нам нужно прежде в личных судьбах разобраться. Не прикоснусь к твоей руке, а то становится так мутно. Я нападу, я растерзаю тебя, как волчица. Понятно. Я говорю, все это что-то странное. Смотри, давай так, я сейчас буду исполнять стихотворение, ты будешь танцевать. Они устраивают здесь самодеятельность. Ты не понял, что это специально приготовили? Не понял? Специально. А, не отвлекайся. Гитара оказалась ни при чем. И чайно или поздно, слишком поздно. Вы думали, я буду вам врачом, а я всего лишь пациент нервозный. Правду. Что сказать об этом вслух, когда искусственно родились споры? Вы думали, я буду вам пастух, а оказалось, что я поезд скорый. И раздувая медленно пары, я в выступление приходил от страха, что вы во мне нашли лишь топоры и рассмотрели, как грязна рубаха. Неважно, сколько действуют слова, а важно то, что слышал в послесловии. Вы думали, я буду голова, а оказалось, что дерьмо здоровье. Я ушел, так не сказав ответа, и не раскрыл пред вами свою суть. Когда вы нашли во мне поэта, тогда вы оправдали как-нибудь. Спасибо! Еще приготовлено, чуть позже еще выйдет второй раз, хорошо? Вот. И сейчас там, без этого невозможно было бы начало нашей акции, естественно. Мария Агапова, пожалуйста, проходите, пожалуйста. Господа, позвольте вам представить человека, с которым мы съели кошку, собаку, именно с самого того далекого 1998 года. Памятник Маяковскому каждую субботу, театр эстрады, мюзикл-холла, все. Имеется в виду выступали, Пушкинская девичь и так далее. Вот. И с Марией Агаповой это все в каком-то смысле задумали именно давным-давно. 98 год. С Людой Александровой, театр поэтов, это 2003 год. А с Марией Агаповой еще черти когда. В общем, но сегодня наш праздник. Позвольте, я буду хвастаться или что-то там. Вот. Поэтому, Маш, вот тебе зал, мы собрались, чтобы тебя послушать. Вот. Ты тоже, ты есть, так сказать. Меня нет, есть она. Мария Агаповна. То, что Володи Артеменко нет, это трудно представить. Во-первых, я хочу поздравить театр поэтов как космическую идею, то есть так, в космосе театр поэтов поздравить. Во-вторых, поздравить всех присутствующих, потому что мы и есть театр поэтов. И в-третьих, отдельно Володю Антипенко, потому что он вообще, без него все бы рассыпалось, я считаю. Ну вот в 2003 году на Канонерском острове в школе состоялось официальное открытие. Ну, по-моему, театр поэтов намного раньше появился, потому что спектакли мы делали раньше, планетарий. Ну вот считается, что официально 10 лет театра. Сегодня лирика, я начну с лирики. Покинув скромные хоромы, я шла из храма, вся из слез,
Мне долго кланялась ворона, пытаясь вымолвить вопрос. Я помню, как легла корона на локон пепельных волос. Потом недвижимые птицы сидели ночью на ветвях. Я бредила, что мне не спится, но помню, сквозь мои ресницы молился старенький монах. Я видела обрывки ситца на улыбнувшихся губах. И вдруг от края и до края зажглись немые города. По рукавам текла вода, и бусины перебирая, я провожала поезда. Я помню, на ступеньках рая мне грустный взгляд ответил «да». Творение называется «Автопортрет». Сероглазая, черноброва, чуть зеленого, голубого, нитки губ карамельно-алы, мы кораллы. Я шатенка со смуглой кожей, нет другой на меня похожей, пахнут ветром шелка наряды, мы наяды. Сотни жизней себя искала, строгий профиль моря и скалы, чуть припудрить виски и скулы, мы акулы. Я поэт в элегантной блузке, штрих запястья чрезмерно узкий, губы ямбы, глаза рефрены, мы сирены. Безупречные черты, как строки, щеки яблоки, лоб высокий, роковая служанка музы, мы медузы. Господа, вот теперь настало время небольшое такого вкрапления, а именно к нам пришли гости из Москвы приехали, так называемый клуб по Италии. Выходите, ребята. Вот. Галеон, Дима, Дмитрий Ерохин, Данила Дакар и Алексей Ковалев. Давайте вы сами себя представите. Да? Да. Ну что ж, хотелось бы поздравить, послушайте, с юбилеем. Вот. То, что вы делаете, нам очень понравилось. Мы первый раз. Говори туда, на камеру. Вот. Поэтому мы очень довольны, что сегодня присутствуем здесь. И так получилось, что, собственно, в день рождения театра рождается наш салон в Петербурге, потому что мы в Москве и в Казани работаем. И вот 27 числа завтра мы вас всех приглашаем к нам. Книги, кофе, да, на Гагаринской. А что такое ваш поэтический? Это сеть салонов. Это сеть поэтических, поэтическо-музыкальных салонов с разными форматами. У нас абсолютно разные литературные форматы, от критики до предлитературы в целом. В интернете кто хочет. Да, есть группа. Все, поехали. Теперь мы поэты. Алексей Ковалев. А я тоже с театральным, так сказать, подходом. Возможно, когда-нибудь стану я камнем на острове Пасху. Лишь ветром до океана я буду по-братски объят. Так верно смешаются краски в едином, единственном, главном. Когда пыли звездами стану, когда отсмеется закат. У нас сейчас непрерывное действие. Кстати, он прочитал, настроил, внутри что-то настроилось, ты подхватываешь его энергию, как-то он зал настроил, и начинаешь свое стихотворение исполнять. Вот тебе перформанс. Время! Время! Не рви меня! И не ври мне! Пусть вороны над этими рвами кружатся, племя львиное! Как неистово песня ручья в горах, проснувшегося весной, не выразимо, открывшееся, когда я вспомнил себя собой. Но странно, как после смерти дыра во времени словно бублик съели и не успели поверить в то, что попробуй
вечер тишины приветствовал сидящих за столами. Так в чем же наша ложь, коль мы не мы, и мост не перекинут между нами? Не перекинут? Ха! Даже не сожжем! Секунды пыток капали на теме, а в этот час над стареньким столом в петлю вросло повешенное время. Спасибо, все будет. Я отвечу Галилону. Зверби! Удались, зверби, зверь! Зырь, барбиства! Не молись скорби, верь! Ты, пространство глаз, фуфырь, стырь! Враз станешь другим ты! Спасибо, это был Владимир Акимов. Итак, Галилон, Дмитрий Гёшкин. Алексей Ковалев. Я, кстати, Санкт-Петербург. Спасибо, ребята, мы вас слушали. Еще позвольте слушать программу проходим и вперед. Хорошо, кто смелый готов ярко здесь выступить, с тем, с кем я договариваюсь? Выходи, не жди. Геша Грабовский, давай. Давай. Вечер. Светильники. Эй, поэты! Холодильник. И озорной снегопад бьет над усадьбою пьяным палетом и ожидает наград. Доктор в халате очки разбивает. Вот это тот случай, когда перебор идет с театрализацией. Явно. Потому что очень долго ждем текст. Немножко быстрее надо было все. Геш, а можем тебя попросить почитать диалетик или нет? Ты его сделаешь. Диалетик или нет сейчас? Геш, микрофон. Потому что я про вас поработал. Пепельница, подчиняйся. Нет, ты сначала спроси, нет ли в зале кого из диалетика. Все как лучше. Из саентологов есть кто-нибудь в зале? Саентологов есть кто-нибудь в зале? Честно признаваемся. Нету. Саентологов нет. Поливать гостником. Называется дианетики нет. Тишина. Пепельница, подчиняйся. Мэшби моей, восторгайся. Слепленный из пластилина разума бреда кретинов. Пин, пип, ДТ в одной куче. Каждый успехом обучен. Деньги и крест перекресток. Курсы, гипнозы, коросты. Дианетика ложь, дианетика бред, дианетика зло, дианетики нет. Я виноват, что-то не то. Нет, слушай, секунду, сейчас. Есть секунду. Я тебя вызову, но через 7 минут, хорошо? Ты исполнил тот номер, который... Хорошо. Зал уже будет приготовлен. Я тоже показать, что я здесь могу каждого остановить. На самом деле не ради этого, поверьте. Вот, давайте красивые стихи сейчас. А, вот Александр, давайте, пожалуйста. А то все кричит, на вас кричит. Сочится ощущение меж строк. Я космос, это я пространство. Я царь, повсюду вижу царство. Божественное чувствую, я Бог. Безостановочность. Нельзя отстать, нельзя
остановиться. И незачем бессмысленности смысл, как бесконечности не надо чисел. Оставленными будут пусть границы, покинутыми будут пусть границы. Преодолением давлений одержим, воспитанный мышлением режим. Границы превращает в небылицу, границы обращает в небылицу. Истории исток необходимый, истории я, творец неумолимый. Нельзя отстать, нельзя остановиться. Люди любят. Люди любят себя доказывать, люди любят оправдывать вещи, люди любят о разном рассказывать, люди любят жалеть изувеченным, люди любят покорность и главенство, люди любят носить принадлежности, люди любят отличность и равенство, люди любят порочность и девственность, люди любят войну и насилие, люди любят любить людей, люди тянутся к изобилию, а в небе летит соловей. Спасибо! Вот, иди сюда, Саша. Вот, мне кажется, вот Александр Рам сегодня более, так сказать, ну, вежлив, чем я, так сказать. Поэтому у меня есть предложение, Саша. Вот тебе список, да? Давай, да. Да, ребята, говорите только нам слова поздравительные какие-то, хорошо? Называй, если человек поступал, значит следующий. Вот давай там. А, давайте вот Татьяна Зайцева, идите сюда. Вот после Татьяна нее. Зайцева. Да, Татьяна Зайцева. Вот, и ты объявляй как бы следующий. Вот. Господа, поэтому подходите вот к Саше и говорите, я следующий. Неважно, тебе подойдут. А ему прорывать можно? Все знают. Я обещаю, вот я просто хочу сказать сейчас. Я обещаю больше не вмешиваться. Все. Все поверили. Ведущий Александр Брат. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я начну не со стихов, а с того, что поздравлю десяток поэтов. И скажу спасибо Владимиру Антипенко. Без этого человека ничего бы этого никогда не было. Я не часто сюда захожу, но на самом деле просто спасибо за то, что вы делаете. Ну и стихи. Сегодня странно я смотрю, порой взглядом не корю, меня терзает дежавю и полурифма. В душе проекция веков, в крови молекулы стихов, и только капельки духов над ней, как шрифты. Мой нарисованный пейзаж, возможно, первый не мираж. Какой логике тираж, я знаю точно. Но сколько б ни было картин, пленяет взор ультрамарин, бесплодны поиски причин до самой ночи. А дальше просто, без затей, я вырву чувства до корней, и все равно, что без кистей мне станет хуже. Уйдет века и эта боль, и я возьму другую роль. Но вот в чем суть, и даже соль так просто нужен. За черный цвет моих икон меня простит и Бог, и Он, и лишь мерцающий неон погасит в жилах. За белый цвет моих одежд, за выживание надежд, меня весь мир, глухих невежд, простить не в силах. Спасибо. Да, раньше была такая яркая, танцевала, что-то как-то, ну правда. Сейчас стоишь под конец. Да-да-да-да-да-да-да. Пойдем. Александр Кулик. Не забудьте, где не супер сдать слово. Ну и напоследок. Да, секундочку. Я сейчас серьезно. Ребята, вот кто просится, почитать. У нас настанет момент, когда мы гостям дадим слово. Сейчас идет запланированное все. Это запланировано? Немного лирики напоследок. Два. НК. Последнее. Я исчезну со всех радаров.
Я сотру сисек следы на стекла, на заснеженных тротуарах, на замерзших трамвайных окнах. Поменяю духи и душу, обновлю гардероб и голос, пируэтом ресниц разрушив к вешней боли зашедший колос. Стану сильной, свободной, стервой, BBC и Алису в уши. Но останусь такой же верной, воевавшей весной, воздушной. Я исчезну с твоих радаров, взяв огонь с собой перекрестный. Пусть твой космос из аватаров никогда не приходит весной. Ну и последнее свежее под названием «Лирика». Стихи у кого-то жесткие. Добро, у меня свои. И рифмы внутри не плёсткие, без трендов и без любви. Отлюблена оппозиция и алчут внимание зря. Гражданская, как позиция и дуры у алтаря. Не бесится демагогия и свист на костях святынь. Хоть тоже читаю блоги я и помню чутка латынь. Ах да, и с природным именем, походу, вообще атас. Аккаунт, забудьте ты меня, не Стеф и не Арспегас. Да просто от штаммов лирики и в жизни спасения нет. Ух, братья мои, эмпирики, в печенках репоста бред. Да просто и так зашкалили, чтобы и сюда плести. Спасибо его, миндальные, с моими. Ты жив? Прости. Татьяна Зайцева. Пока на сувениры не разорвали. Сейчас выступит Дмитрий Панов. Здравствуйте, уважаемые. Я поздравляю театр, поздравляю Володя. Он слился уже куда-то, и его слили. Ну, короче, ура, товарищи. Давайте попробуем. Это самый веселый момент выступления. Дальше будет хуже. Дрожали в озноб объятия, сентябрь краснел рябиной, прохлада плела апатии, залива тянула тиной, мечталось о прошлых хороших днях, сползали пустые вести фасадами в старых пролежнях и крышами сплошь из жести. Сидели и снова верили, что вечность мудрее утра, увечья стаканом мерили, дрожали похмельем утро. Тащили стихи колечные по скулам и лбам кобыльям, и падали просторечия под ноги высоким штилем. И кролик с глазами пьяницы ронял в тротуары траур. Никто никого не хватится, все мимо, миледи, фрау. Рвалось окаянное, забойче жди, лилось свистоплясом синим, и дамы ломали зонтики, мешая гламур с мартини. Натужные рукопожатия, объятия над картой винной, прохлада плела апатии, залива тянула тиной, и город как будто с просонья тих сквозь памяти по золоту в каденциях альбинониевых навек уходил под воду. Спасибо. Радиус сотканных суток тянется к полному пи. Скрипы сатировых дудок лепят лобок из любви. Можешь, отмойся плевками, хочешь, вздохни и прими. Я обрастаю стихами, ты обрастаешь детьми. Чисел дощатых и тощих четкий стучит звукоряд. Мысли становятся проще, толще становится взгляд. Кузов с корявыми днями
пазуха с рваной душой. Ты обрастаешь делами, я обрастаю собой. Важно, смакуя нюансы сквозь многоцветие призм, чинно цедил декадансы, цепко рубил реализм, бредил сердцами иными, крысами мерил прибой. Ты обрастаешь чужими, я обрастаю собой. Завтра нас вывернет в небо, сдует с хозяйской руки кормом подножным у неба, отмелью мутной реки. И невесомыми снами в полночь уйдем босиком. Ты обрастаешь корнями, я обрастаю венцом. Ты обрастаешь мирами, я обрастаю концом. Дмитрий Панов. Спасибо тебе. Группа «Метаноя». Сейчас Александр Рад продолжит. Я хочу сказать очень важную вещь. Кстати, мы скоро сделаем перерывчик небольшой, да? Потому что уже почти час мы это все делаем. Господа поэты, сейчас идет то время, основное концертное, когда сюда надо выходить не по бумажке, не опубликовать новое стихотворение. Люда, что ты? Не опубликовать новое стихотворение, а показать некий свой театрализованный чуть-чуть ход. Потом, когда мы это сделаем, да, у каждого, мы отдадим, у нас будет здесь, мы будем сидеть дружно на камеру туда, читать до посинения, до 9 вечера там стихи друг другу. Поэтому давайте сюда выходить и исполнять ровно столько, и как и так, чтобы это было, вот как я сказал. Спасибо большое. Надо литературу к чтению. Мария Стяжина. Очень жаль, что совсем недавно узнала о театре поэтов, хотя уже 10 лет пишу стихи и живу в Санкт-Петербурге. Стихотворение называется «С улыбкой ты сходишь с поезда и с ума». Когда не мила, до сути его утра, пути все закрыты. Ни лести, ни похвала тебе не помогут, а честности не видна, когда не мила. И что-то внутри горит и взрывается голова, и Бог словно позабыл свои имена. И что ты ему не сделай, все трын трава, а вроде бы не наивна, даже умна. И кровь пробирает вирус серотонина, когда ты случайно оказываешься с ним, но хочется убежать хоть на край земли, лишь бы не встречать опять его на пути, когда не мила. И стираются все твои желания стать добрее или сильнее, ходить в рестораны, любить кошек и детей, и словно даже по воле не по своей приговорена скулить в пустоту. Марина, от спасибо, того. Мы ваш личный дневник послушаем. Спасибо большое. Низкий вам поклон. Спасибо. Алла Зиневич, пожалуйста. Театр начнется, театр поэтов, а? Алла Зиневич. О, давай. За это свое. Тем не менее, я от всей души и прочих элементов поздравляю театр поэтов. Поздравляю музей, который предоставил ему место и возможность выступить. Итак, три стихотворения, коротких и позитивных. Дитя над гибким зеркалом воды, истоки я, глядятся в устье ты, и в зеркале, как в лужах липкой плоти, стоит дитя, как вечность красоты, дитя-охотник. И оно же дичь, в стремлении самих себя постичь, взлетим ли мы, как эхо, сбросив эго, или куколкой застынем, как нарцисс. Дитя, как будто в дантовом лесу, что вечно наверху, в мгновении внизу, вода и небо, волосы и ветви, различны плоти, но близка их суть. Дитя, соотражение отца и матери, в изменчивом зеркале, гладил бы воды, как сам себя солярис, преображает жестом без конца. Ну и такой немножко блокадную тему стихотворения там будет. Алла, двигайтесь, пожалуйста. Да я двигаюсь. Не стойте на месте, как чуть. Вот здесь видно. В порядке. Сейчас. На. Чернильный город и горький год. Глухую графику строение стереть пытались жесты бомб. Но жизнь
хранили спирт и лед, огонь и камень, утеши. Кто на санях из нас, мой брат, зрачки снегов в следах горят. Во мне ни сна, ни яви нет, и стынет память, как чернила, и кто из нас сквозь тени свет бредет под силуэтом шпиля, под светом, не спадающим, как вода. Грядет Христос, крещающийся в Иордане. Ну и последнее, про вторую строку. Яблоко от яблони падает по спирали. Лица отца и сына, сепия и каллиграфия, и серьезное радостного прекраснее, и мудрее серьезного радостное яблоко падает, яблоко прорастает, на ветвях серебрятся кольцами на перстах правнуки дикой яблони ночью августа, и растут Белоруссия и Литва взглядом дальних небес на северорусском камне, руку отца увидев в дверном проеме, близоруко подумала пальцы сына, яблонь некой незримой, подобна выставка. Я так рада плоды ее зрением щедрым вкусить. Каменный сад Петрограда осыпается по спирали восприятия. Цепкие пальцы кадра, лица от Алла, вас сына. Уже никто не слушает. История памяти. Честное слово. Не зачем читать сумму? Сияющий значок. Меня прогоняете? Кто меня прогонит? Меня сам? Он успокоится. Закачать вас будет. Елена Горшенко, выходи. Спасибо, это была Алла Синевич. Сейчас хочу один момент. Господа, дорогие друзья, сегодня праздник театра поэтов, да? А не праздник поэтов, ему дали слово выступить, лишь бы дочитать. День рождения, грустный. Значит, я прошу один момент очень усвоить. Сейчас, пока не наступит 7:30, да, или там 7 вечера, не надо, даже если вы записаны, а вы просто вышли сюда почитать бумажки или еще что-то, лучше не выходите, я прогоню. Выходите тогда, если вы яркие и в зал даете что-то. Сейчас вот я хочу позвать Ирину Ковшеву, актриса театра поэтов. Пожалуйста. Я хочу поздравить наш замечательный коллектив с этой датой. 10 лет – это уже много. То есть уже было начало, уже середина, но, слава Богу, не конец. И конца этому театру не будет никогда. Это я так чувствую. Спасибо Володе Антипенко. Правильно здесь сказали. Без него ничего бы у нас не получалось. Ура! Низкий поклон. Это правда. Да. Да. И стихотворение. Буду подглядывать, хоть Володька не разрешает. Листвы скользящие силуэты среди берез и стройных сосен вплетались в яркие сюжеты, что в сентябре дарует осень. За перелеском одиноко склонилась пышная рябина, чьи грозди, наполняясь соком, играли россыпью рубинов. Неугомонная кукушка с лихвой насчитывала годы, а в отдалении на опушке гривных семейств пестрели взводы. Звучал аккорд природных звуков и эхом пролетал над лесом. Сопровождение дятла стуков вливался в праздничную мессу. Вот у нас сегодня праздничная месса. Ирина Михайловна, спасибо. Это была Ирина Ковшенко. Подожди, нет, тебе еще цветы. Ой, Господи. Мне приподнутся цветы, он меня гонит. Я не горю сейчас от цветов. Значит, во втором отделении ты два стиха еще прощу. Хорошо? Наша композиция. Кто смело сюда выйти? Давайте готовимся пока. Ты выходи быстрее. Что вы? Вам сколько лет вообще? Старики, блин, все. Поздравляю театр поэтов. Сергей Григорьевич. Театр поэтов поздравляю. Юбилей. Потрясающий зал, потрясающая акустика. Вам прочитаю несколько своих стихотворений. Если надо. Я в голове своей безлюдной живу, выкуривая строки. Я в пустоте унылых будней, актер довольно однобокий.
Я по углам чужих квартир чужие мысли протираю себе. Выдумываю мир и сам потом в него играю. Я в голове своей безлюдной и по углам чужих квартир себе выдумываю путь и сам играю. Мы что ли, сейчас? Да, да. Давай еще. Откуда ты? Откуда, представь? Сюда. Оттуда. Вот, слава тебе. Курить как-то очень грустно. Смотреть, но куда не зная, зачем Бог придумал чувство. Какая-то шутка злая. Любить, но не быть любимым в своем, захлебнувшись желанием пытаться словами любыми. Уйти, не сказав «до свидания». В душе как-то очень пусто она пропиталась болью того, кто придумал чувство. Убейте, прошу, любовь. Спасибо, Сергей Петрович. Миша, Михаил Соломович, иди сюда. Вот еще один человек, который к театру поэтов сейчас уже имеет сильное прямое отношение, Михаил Соломович. Вот. После Михаила Солоникова наша любимая группа «О-ло-ло» исполнит песню, потом перерыв. Михаил Солоников. Музыкальная пауза потом. Ты не пришла. И под этот реквием нелюдимый, наедине с городом, я остался, предавшись снегам. Я всегда отличался неуемной верностью лебединой. Но теперь, слышишь мой голос, его заглушил шум и гам, беззубых грязных улиц, многолюдных сквер, и подол моего пиджака терся о небо, как мне казалось, в этой черепашьей сумятице до исполинских размеров росла моя ненависть. Тем временем на площадях смеркалась. Ты так и не пришла. Я не расстроен, нет. Давай ликуй, давай ступай к тем, кто тебе стал ближе. Мне станет сладостен теперь один лишь поцелуй. Он эту горечь с губ моих обветренных оближет. Спасибо. Сейчас. Дорогие господа поэты, я прошу выйти всех, кто еще не выступил вот сюда сейчас. Выйдите, пожалуйста. Но не выступите, конечно. А я разве выступил? Нет, я вам еще дам. Нет, вы выступите, речь о другом. Кто сюда не выходил на сцену, выйдите, пожалуйста. Дорогие зрители, Геша, ты откроешь второе отделение. Снимай что? Геша Грабовский открывает второе отделение. Посмотрите, сколько запланировано у нас еще поэтов, разных, видите, красивых, разных. Ну, я про себя, про разных, по поводу красоты. Влад Трофимов еще, я надеюсь. Вот Евгений Макаров почему-то сидит, вот не пошел. Тибул Камчатский. Женя, а ты не будешь чего-нибудь нам дарить? Евгений Макаров! Ты будешь нам что-нибудь дарить? Возможно. А, возможно. Обязательно. Хорошо. Поэтому сейчас Светлана Бричонович. Тихо. Ну я сегодня... Подожди. Ребят, все. Вот вас посмотрели, я думаю, что... Ну как вот, видите, что-то приготовлено. Не уходите, второе отделение будет совсем иным, обещаю. А сейчас Светлана Бричева, стихотворение «Надо уходить», после этого группа «Алло», песню завершает первое отделение. Небесами ночными и лунными к дальним огням городов тянутся рельсы гитарными струнами мимо вокзальных колков. Ну а порой тишину рассекая мчатся по ним поезда, свет на мгновенье в траве рассыпая гаснут во тьме без следа. Тот же размеренный гулкий и четкий стук не колес, шагов. Перебираю пальцами четкие из верстовых столбов. Счастье дается тому, кто волен, счастье тому, кто смог просто идти по пустому полю мимо железных дорог.
Просто смотреть в голубое небо и куда хочет идти. Только в далекое прошлое нет ни одного пути. Где же та станция? Где же мчит нас лихая сталь? Из неизвестности неизбежно в инопланетную даль. Где остановимся? Где немного сможем мы передохнуть? Тропка лесная с железной дорогой станет когда-нибудь. Здесь, где когда-то шумели сосны, шпагой пронзают лес. Рыжие лампы, ярче, чем звезды, серые струны рельс. Что ж, забирай мою память, всю мою прошлую боль. Цепью дорог из огня и камня скованный шар земной. Может, однажды, устав от полета, бросив разгул стихий, в эти железные переплеты лягут мои стихи. Спасибо. Браво! Светлана Гречева! Сейчас группа наша любимая играет песню перерыв. Господа, можно меня бить, пинать, что угодно со мной делать. Да, но когда вы участвуете в театре, поэтов послушайте, надо быть интересными сценически. Все. Группа ООО. Мы поздравляем, конечно же, тоже театр поэтов, с которым мы пересекались как-то с 2003 года, как-то вот так. Иногда случай привет. Вот, песня называется мы не читаем стихи, мы потому что из них делаем песни. Называется «Караванщик». Она про неодолимую миграцию из Южных республик в Россию. Опускался незнакомый
сделай. Потом попробуй. Не концерт, и все. Все, я включу. Все, да? Включай. Господа, еще раз здравствуйте. Сейчас у нас второе отделение. Празднование десятилетия театра поэтов «Послушайте». В первом отделении оно превратилось в странный ликбез со стороны Карабаса-Барабаса, то есть меня, как не надо делать в театре поэтов. Имеется в виду просто стоять и, так сказать, бубнить свои стихи. Вот. А во втором можно. Вот я хочу вам представить человека, его зовут Виктор Коншиков, выходите. Это секретный человек, но благодаря этому человеку последние несколько пару лет театр поэтов «Послушайте» благотворно развивается. Давайте его послушаем, и он еще и поет. Виктор Коншиков. Ну, с днем рождения театр, с днем рождения Антипенко, с днем рождения вас всех и меня тоже с днем рождения. Маленький стих. Кликнешь за околицу меня, тотчас я восторгом оглашенный выбегу знаменами звеня, обожая шалаш шабаш онный. Брызнут в рось улыбчивые псы, пронесутся зебрами заворы с гречневой, с сажениевой косы. Заберу на память гребень добрый, поросясь оранжевой звездой, небо отдыхает за деревней. Я же вздорно радуюсь раздой, ю на мир сто рыжих вдохновений. Скинь же на меня свой сизый взгляд, заблуди в улыбке перелеске. Пусть слезами веки заболят, пусть заря замрет в черничном всплеске. Спасибо. Виктор Коншиков, видите, сейчас, когда пойдет все, потом еще выступим. Сейчас всех... Я вообще не планирую, то, что сейчас происходит, это еще не началось даже второе отделение. Второе отделение начнет вести Александр Раф, договаривайтесь. А сейчас я бы хотел позвать Влада Трофимова. Влада, действительно. Это тоже человек, который теперь уже, вот, скажем так, у нас было в театре поэтов «Послушайте» две волны. Первая волна на Пушкинской 9, можно так сказать, самостоятельная жизнь, судьба. Да. И сейчас вот уже вот, вторую волну, вот, она, я бы даже сказал, в каком-то смысле более мощная, на самом деле. Кто потом как поможет оценить, поймет, о чем я говорю. Ну вот этот человек, вот тоже, так сказать, да, из второй волны, так сказать, вот этот цунами такой. Влад Трофимов, пожалуйста. Вот, я люблю делать видео своим стихам. Вот, и впервые, на самом деле, видео эксперименты я сделал в театре поэтов. Вот, но сейчас я прочту очень короткое стихотворение, 4 строчки. Поскольку здание такое, как бы вот оно располагает именно к нему. Мелькание краешком глаза, ребристая дорога тишины, с карниза срывается фраза, ее не узнать со спины. Спасибо! Вас красиво! Очень коротко! И пока, вот еще Евгений Макаров, Женя, выходите, делайте, идите сюда. Вот это тоже человек, который театр живого слова, второе отделение еще не началось. Евгений Макаров, театр живого слова. Я считаю, что ты с нами театр поэтов тоже. Сначала. Да, ну ты сам скажи все сам. Ну, мы фактически начали, ну почти что сначала. Были мощные выступления планетария, я помню. Володя, помнишь, да? Да. Полный зал, в общем. Супер. Самое главное, что Володя подогрел интерес публики к стихам, ведя туда театральность. В хорошем смысле этого слова. По-моему, это единственное спасение поэзии в этом смысле, в том смысле, чтобы народ слушал поэзию. Нужна форма такая мощная. Володя в этом абсолютно прав. Мало того, сейчас это движение «Послушайте» подхватили в Москве. И имеется передача «Послушайте».
Жень, ну все знаешь. Это сам. Ты немножко дальше подойди, а у тебя не снимут. Сегодня очень серьезный день, блокадный. Я думаю, что не прочесть невозможно, хотя бы чуть-чуть на эту тему. То Петербург, то дождь, то снег, то град, то хляб, то Нордов торты, то порты, то порты, то в руки взял топорты. То Петрополь, то Метрополь, молений храмов то, то Смольный, Авроры зал кровольный. Поэтов Блок Таковский, то Достоевский, Пушкин, то Арсений, то Тарковский, то Блок, то Маяковский, и от Есенина, Моисеевна, то Есенин! Блокады, то ввалившийся кадык, кто крыс объелся, кто в поту, с кусочком человеченьки во рту, то Иисуса свет найди, то га, решеток окровавленных оград, то град победных фейерверков, панфары, туши то, то уши, то бюрократов краб ярась, коней то клод, то фольканэ, то свалка Невы, фонтанка то, то мойка, то душ российских сто, то перестройка! Спасибо! Перестройка, да, она как бы очень важна иногда, но не всегда. А вот Андрей Чириков, это тот человек, который на протяжении всей судьбы, именно, я бы сказал, театра поэта все-таки, послушайте, так сказать, вот сопутствовал нам, писал у нас всякие разные слова, мы на них реагировали по-разному. Андрей, можно выйти на секунду? Выйди, пожалуйста. Это человек, который сам пишет гениальные стихи, на мой взгляд, но он их никогда не читает. Вот. У меня был случай, я дома рыл свой архив, нашел стихотворение на бумажке, так мне оно понравилось. Позавидовал, переворачиваю, Андрей Чириков. Да. Правда, у меня было со своими стихами, у меня то же самое было. Я нахожу, переворачиваю, Антипин. Андрей, вот два слова скажи, пожалуйста. И если ты прочитаешь стих, то цены тебе не будет. Поздравляю театр поэтов. Спасибо. Ну он, да, он не умеет говорить, он умеет только писать всякие гадости про нас. Вот. Каверзные всякие. И тут все перепутает, все фамилии перепутает. Но ничего, Андрей Чириков пишет как бы, он пишет не о том, что было, а о том, как то, что было, в его душе трансформировалось. Но фигурой. Ну да, как бы отразилось, как в кривом зеркале. Вот. И вот теперь еще настал момент, когда господин Александр Рар, выходите, начинается второе отделение. Вот. Пусть, вот у меня есть предложение, можно? Серьезно. Подождите, ну, ребята, секундочку. Вот у меня есть предложение. Сейчас уже все посторонние ушли, я уверен. Были посторонние. У меня есть предложение. Вот вы зал, вот мы, вот Саша. Поехали. Давайте, я вот тогда обещал не вмешиваться, это было специально, это был перформанс. А сейчас я просто хочу сказать, у тебя должен быть инструмент, и у зала должен быть инструмент, если вот надоело очень долго, захлопывать его аплодисменты. Все. Пожалуйста, Саша, иди дальше. Не забудь только про Сергея Гинненберга, он тоже начинал со мной движение по сути. Второе отделение будем читать открыто, мы откроем его Геша Грабовский. Меня не успели полностью задушить, только потушили, и поэтому я поздравляю театр поэтов Владимира Акименко и всех тех, кто находится в этом зале. Остался. Стихотворение так и называется «Театр поэтов». Феи, светильники, вечер поэтов и озорной снегопад вьет над усадьбою пьяным балетом и ожидает наград. Доктор в халате очки разбивает. Тема попала в струю. Прошлого свечи в очах исчезают, строя свой личный уют. Просто, а может и нет. Вечная зима, вечная фонтанка. Умыться вам в мойке и будет портрет.
Но лед, но как короста! Но бал продолжается! Но бал продолжается! Прочь, конец света! Феи порхают в театре поэта. А снег все идет. Идет. Да, такой вот судьбы обиход. Нина Полтеркевич. Я хочу спасибо. А бал продолжается, и продолжит его театр «За гранью». Так, кстати, умер Дэвид Кэррадайн. Вообще к этому стремимся. Театр «За гранью», фантазия Дмитрия Аделина. Я море, и мне безразличны расхожие взгляды, житейское горе, прощание вскоре после того, как проглочены яды. Не надо меня привлекать к маловажным проблемам, исчерченным схемам и выжить попыткам. Я липкой своей стороною вещаю вам волю сиреной, взбухающей пеной. Я море, меня не осушишь изменой. Я чайка, я крыльями воздух секу, как нагайкой. Безликие звезды достать мне по силам, так же, как рухнуть на водную гладь и встать, опять возродиться, парить и гордиться, что вижу, как ситцем покрыты просторы, все норы, пещеры и щели. Я презираю, чего вы хотели? Меня не волнует холопская рать. Я чайка, а значит, умею летать. Я остров, твердыня среди хаотичных моментов, так остро, внезапно все сделавших пестрым. Но я сохранил в своих скалах легенды, плацентой являюсь для мыслей единственным домом, надежным, знакомым. Не важно, что стоит кого-то с дороги, с пути, это боги свой пишут таблоид, меня это вовсе не беспокоит. Я остров, и волны меня не накроют. Я бездна! Черная пасть миллионами лезвий изрежет надежду. Кричать бесполезно, вся злая злость моя рвется наружу. Мне тесно там между островов породы печальных ответных. Но правда не даст вам уйти повсеместно. Воры, лжецы, обширные ряхи, горе жрецы, я знаю все страхи. Вы будете грезить о сладостях ада. Я бездна, никто не получит пощады. Я лодка, черпаю бортами безумные сводки. Забита веслом, носоглотка уключены. Моим ремеслом волнорезы измучены, скручены. Веревками доски, крепкие неброски, смолы рукотворные линии воски, измазанной страсти вокруг проходящей. Мой курс — это правда одна, настоящая ориентир, чтобы соки все выжить. Я лодка, мое наслаждение — выжить, я парус. И, в общем-то, я особо не парюсь. Казалось бы, тонко сшитая ткань использовала рвань. Не верь в бесполезность. Железно я душу впираю в себя. Направление, любое влечение в сторону, лишь мое мнение поровну. Я разделяю заслуги с хозяином. Вместе мы спаяны редкой породой. Я парус извечно манящий свободы. Я ветер без правил, и вся моя сущность метит в того, кто ответит за страх и безволие воздух. Это моя монополия, коли я не дам вам дышать, вы будете сохнуть. Не хватит энергии даже на то, чтобы кричать. Вы кто? Ноты и легии? Жалкая пустошь, людская коллегия, грустно смотреть, как вы давите рамкой искусства. Умора, я ветер, не только колышущий сторы. Я солнце,
Мой свет нескончаем. Вода из колодца со мной не сравнится. Вам снится, как я согреваю ваши поля? Это зря. Я так устаю от того, что я вижу. Убийство, безумие всюду. Бесстыжие лучами своими я покрываю до края. Вы бойтесь и знайте, я умираю. Но помню, как помнят ранение тела. Я солнце. Хочу, чтобы все сгорело. Браво! Браво! Давай же поздравляем! И театр поэтов тоже, да. А, мы поздравляем! С облегчением! Юрий Сычкарук. Говори, кому пора приготовиться. Да, готовится Елена Елеус. Елеус. Обреченные знать, да познают веру. Обреченные спать, да узрят же свет. Спасибо.
Елена Гелиус. Арчи, выходи. Тут у нас очень долго все. Они по 10 минут выходят. Вот. Давай, посмотри. Потом будет хорошо. А это подарок. А это же ваша свечка. Нет, я для... Вы несете добро и свет. Ты пока исполняешь стих, держи свечку. Потом мне отдашь. Ладно, тогда я немножко понесу добро и свет. Так. Значит, во-первых, я поздравляю, как, наверное, все для меня. Я просто только что прибежал, извините. Театр поэтов, лично Владимир Антипенко. Если бы не он, ничего бы не было. Добра и света было бы существенно меньше, во всяком случае, в Питере. Возможно, что эта свечка бы не горела. Вот молодец. Как на похоронах. А представляешь, на похоронах что скажут? Такие свечи бывают только на католических похоронах. Ребята, а вот именно стихи обязательно, да? Можно прозаическую зарисовку? Да, конечно, я тогда почитаю одну штуку. Она прозаическая, коротенькие такие зарисовки. Они у меня разбиты по видам кофе. Сейчас поймете. Вот, там есть два персонажа, альто сопрано. Капучино. Когда голуби вырастают, они становятся ангелами. Но только белые, а остальные загибаются на попойках. Эспрессо. Я не люблю людей. Почему? Они похожи на змей. Что, даже я? Ну, ты исключение. А, вывернулся. Еще бы. Я-то правил. Кофе по-французски. Так пусто кругом. Иногда хочется взвизгнуть резко так или выкраситься в фиолетом. Сочувствую. Меня, видимо, заметят только в случае пропажи. Ну, давай я тебя украду. Да, это мысль. Только лучше бы это был не ты. Почему? Ну, если меня украдешь ты, а кто же тогда будет меня искать? Латте или латте, извините. Перестань вести себя как... Перестань вести себя, и дай уже я тебя поведу. Американо, она более вдумчивая. Представь, что появилась лестница в небо. Настоящая? Ага. И каждая собака в курсе за лестницей – рай. Он вдруг заговорил стихами, такое бывало с ним по утрам. Данные нам вместо скучно-насущного хлеба. Что тогда с нами станется? Угадай. Сначала наверх уйдет штук 10 везучих. Потом еще штук 15 нормальных людей. Потом поставят кордон и выпустят лучших из лучших из лучших. Потом пропустят богатых, а после тех, что просто наклеят. Он замолчал. А потом? А потом оттуда на мир сбросят атомную бомбу. Потому что рай не резиновый. Сэлэри? Да. Это еще не все. А никто хлопать и не собирался. Да. Вот он собирался, я видел. Декаф. Декаф — это кофе без кофеина. То есть не надо? Если бы я хотел поговорить с кем-нибудь умным, я бы остался дома один. Ристретто. Слушай. Сейчас. По-восточному. Красивый дождь. Только мокрый. Так радуйся. Мокрый он всегда, а красивый только время от времени. Горький. Слушай, а вот дали тебе три желания. Чтобы я загадал? Да, только не бессмертие и деньги, а посвежее. Я хочу научиться понимать животных. Людей в том числе. С солью. У меня заканчивается время, да? Да, извините.
аксолотля. Давай, а как? Ну, ты будешь аксолотлем. А ты? А я выиграл. Спасибо. И, подожди. Меня запятнало светом. Подожди секунду. Теперь кофе Нескафе растворим в граммах. Ой, мама! Выпей гаду! Пеканин! Меня на гелиосу! Готовится Денис Дензо. Телевидение. В расширенном зрачке экрана идет не стих, а проза крайняя. Из релевантных наркоманов сквозь передозы визуальные шаблоны. За шаблонами в сознание стреляет метко и порой наповал. Значения не имеет здесь желание, и кто-то свыше в рамки заковал. Стоят иконы в стиле непробойного. Летят слова, как мусора зола, тот, кто не с нами, тот мышление отстойного. И строится китайская стена, кирпичик. За кирпичиком реклама, ступени сериалов сведены, ток-шоу, сплетены итогового хлама. А только вера и надежда сожжены. Любовь же где-то по боку осталась, а на экране страшная парча. За внешним блеском ничего не оказалось, ведь телевидение нам дарит чудеса. Спасибо, Елена. Мы с вами договаривались на один стих. А если хочешь не один, читай два подряд, как будто один, никто не забыл. Можно три? Денис Дензел. Как подряд. Пустота. Слышу только свое эхо. Шаги растирают километры меж грехов и пыли. Растерзанные мысли без слов с невозможностью быть объективно оцененным. Моножури, провозгласившимся пророком, кровно повествуя себе с наружной жесткостью кроны о ничтожности вечном и бескрайних просторах безветрия и невесомости между эстетикой и собственной тенью. Где-то в пространстве пустоты посреди Невского проспекта. СМИ — единственный путь познания. Сомнительным для объективных реалий, но мы другого не знаем. Вагоны идей изготовлены. Манипуляция расфасована видящими мир с другой стороны, что для нас фантазия. В головах сомнения между ложью и ложью. И надо выбирать рано или поздно. Есть альтернатива дорог, но дороги проложены. Забыть, что поперек тоже можно. Или правила влияли с самого детства. История написана такими же руками, законы мира придуманы, как и мораль. Мы не можем объяснить поступки, полагаемся на имидж, не проверяя. Я атом, ты цифра, земля программа. Попробуй, докажи обратно. Расширяй сознание. Чувство бесполезности всего, да покой. Раскроет эмоции в ничтожность пыли, устроит панику души, но разрешимо. Даже если скроет из вшивых клочков любовь, рано или поздно накроет, согреет потеря чувства реальности. Но буквально непосчитанные минуты, есть только сейчас, и движ замирает вокруг, отдельной сушей планеты в невесомом тумане, пропитан вселенной насквозь. Без грани красоты. И уверен, что это выше всех желаний. Ведь это и есть ты, пропитавший пространство перед глазами, с легко уловимыми духами коллапса, с глупой, но искренней улыбкой. Медленно прикасаясь, не веришь проникновению. Насквозь, с коликами и мгновениями приятных ощущений, нервных окончаний пальцев. Хочется остаться, как в игре, где нечего стесняться, и можно, развивая мнение, пытаться догадаться. А главное, именно это стоит стремление. Через черное, к белому, снова и снова, к часу, к суткам, через годы, что в роли сравнения. Ты поймешь, что это и есть любовь к миру,
когда станет плевать на все остальное. Мигом упадешь на колени и скажешь, что вся жизнь этого стоит, стоит повторений этого, ведь это и есть все, это есть ты! Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Игорь Антоновский, и вот Владимир мне сказал, что если я не поздравлю всех поэтов, сегодня он меня просто так не отпустит, подкараулит где-то, что-нибудь сделает. Я хочу поздравить всех вас, сказать большое спасибо Володе за то, что есть такая организация, что вот эти все поэты, которые поодиночке, возможно, некоторые так немного как бы варварские сейчас находятся в таком свободном плавании, он их система образует. Это, мне кажется, это очень важно, потому что это вообще такой у нас сейчас век системы образования. Поэтому вот, может быть, не все поэты останутся в истории, но театр поэтов точно останется в истории. Благодаря Владимиру. Если еще так вот искать слова для поздравления, мне хочется сказать очень важным, что вот Володя смог, все знаем его поэзию, все знаем, что он поклонник Хлебникова, и вот эти вот все его звукоформы, энергетические формы. И в какой-то момент, когда я прихожу сюда и слушаю этих поэтов, я ловлю себя на мысли, что слова мне не важны, но ту энергию, которую зарядил Володя вот в этих людей, тем, что привел на свою сцену, как-то поработал с ними даже вот так вот, что эта энергия обитает в зале. И есть такое в книге про замечательного поэта Евгения Головина, Дугин когда-то привел в Манюку, сказал такую замечательную фразу, которую я очень люблю. Кто не сошел с ума, тот дебил. Вот в наше время. Вот, я хочу сказать вам спасибо, что мы все сошли с ума, и мы все не дебилы, благодаря вот этому большому первому поэту. И давайте продолжим безумие. Спасибо, Володь. Спасибо, родной. И отдельно спасибо за то, что вот, по работе часто моей, когда в 10 вечера, я понимаю, что у меня пропадает съемка, и мне нужны поэты срочно, что Володя всегда находил их мне, и что у него колоссальная база, и вот это все. Голубая! Спасибо тебе, Андрей, большое. Наталья Лифанова. Сегодня у нас тема лирика 21 века, и как Владимир сказал в начале вечера, она может существенно отличаться от понятия лирика вообще. Корабельные мачты изъедены смачно чавкающим короедом жуков. Мы беседуем с неприличной горячностью о неправильно выбранной прачечной. Ставим не те задачи. Говоря иначе, тонем в разговорах бессмысленных, за обедом, плавно переходящим в ужин, заканчивающийся пьяным бредом, в купе с соседом, сокрушающимся, а в конец обнаглевшим, выход нашедшим из тюрьмы жестяной молоком. Ремарка сосед нам, естественно, незнаком. Наш век без толков, и не новый, конечно, в нашей совести бреши. Все мы можем успешно только болтать языком. За отсутствие мыслей, а главное действий осмысленных, видимо, нужно вешать и сообщать об этом народу в ежевечерних срочных депешах. Скажите, какого лишь вы все друг от друга хотите? Будто за бесцельность существования, за подъемы ранее, за жилье на окраине, за глупую смерть, ее ожидание заранее и безо всякого вкуса, не боясь рассвета, укуса, каждый каждому методично бессмысленно мстит. Нет бы предложить ближнему кусочек арбуза или заживо сваренной кукурузы, окститесь. Если не вышли умом или рожей, если не смогли продать силы и мысли дороже, остается смириться. Только, пожалуйста, не надо топиться. По крайней мере, в центре города. Знаете, чайки, они ведь тоже хищные птицы, падальщицы, хоть и квартируются даже в Ницце. В общем, тающие.
сволота. Не нужна этому городу их с мясом в клювах изогнутых. Бестолковая суета. Посему всем отчаявшимся прямая дорога к заливу на заброшенный пляж, где после отлива остаются пакеты, огрызки сливы, продукты слива и прочие достойные вечности, человеческий, культурный багаж. Спасибо! Солнечным светом, и никто не будет знать, откуда берется ночь.
А просто нет меня. А когда я возвращаюсь, снова утро, как вчера, точь в точь. Стану водой в реке, понесу себя к океану. Люди нырнут в меня, а потом дадут попить быку, коню и барану. Стану надписью на сигаретах. Люди читают, улыбаются и снова курят. Новая пачка, и опять я. Машут рукой, сами себя дурят. А кто-то станет журналом, все будут его листать. Кто-то сотовым телефоном. Кем угодно можно стать. Вот бы стали все любовью. Но все не станут никогда. К тому же 80% населения обещают города, а в городе любовь какая? Чмок-чмок, трах-трах. Солнца нет, лампа. Воды нет, бонаква. Вместо воздуха смог в городах. Одна отрада поэты. Одна отрада поэты. Где они собираются, там свет. С поэтами можно выпить. Плохо, когда их нет. Как может стать поэтом? Любовь может воспевать. Хорошая мысль, надо обмозговать. И если я стану поэтом, то для кого-то я буду солнечным светом, для кого-то водой, для кого-то проблемой очередной. Зато будет в стихах любовь фонтанировать, будут люди с природой гармонировать. Моими бы устами до пива пить. Чем я займусь, хватит воду выделить. Значит так, сейчас... Пивка изобрести, с хорошим собеседником душу отвести, прочесть стишок про то, как было прошлым летом, и тогда по дороге домой я точно стану солнечным светом. У меня разрешено 3 стихотворения, и сейчас будет обещанное про то, как было прошлым летом. Помнишь в прошлом лете? Помнишь лето, светлый лик? Ты встретился с той, ну, в интернете, у нее еще такой странный ник. Ты еще спорить полез, как читать, BBC или ВВС? И лист осины тогда трепетал колеблем волнами эфира. Ты ехал в автобусе и переживал из-за странностей этого мира. Нить ее всего 3 буквы. Одна, вторая и еще одна. Ты пришел домой, поел клюквы, глянул в окно, за окном луна. Тобою бросали, и ты бросал, никогда ни о чем не вздыхая. А это BBC? Да. Она такая. Не с тобой она сходит с круга, так что ж. Вы не предназначены друг для друга. Ладно, хорош. Помнишь в прошлом лете? Помнишь цветок на ее окне? Помнишь? Ты все еще помнишь? Ты все еще во вчерашнем дне? Мозги в твоей голове совсем закисли, но тебе же подарили новую тетрадь. Напиши мне новые мысли. Помнишь про подлинку? И последнее стихотворение. Зима. Крестьянин торжествуя, а житель городской скорбя, тебя приветствуют такую, какой ты есть. И для тебя готовят елки и бутылки. А корочка, фуржеры, вилки. Короче, все как в прошлый раз. Такой обычай есть у нас. Для скорби городскому люду причин немало. Соль, вода. Не те, что на столе повсюду, а те, что на снегу всегда. Ржавеет у машины днище. Простуда, на дворе грязище. Но все забыто. Новый год звонит в бубенчик у ворот. Вздохнем. Еще один период. Еще мозги надежда нежит. А может скоро, может там. А может им, а может нам. А может, что гадать за зря. Минует ночь, придет заря. И день пусть каждому несет того, чего он больше ждет. Добрый вечер. Ну что ж, любимый театр поэтов, послушайте. С юбилеем. Все говорят просто с юбилеем театр, но это же наш общий юбилей. Я в этом театре не так давно, но я очень благодарна Владимиру за это.
Пожелаем всем нам успехов, чтобы мы развивались и росли. Владимиру отдельное огромное спасибо. Ура! А мне также, как и вам, позволено прочесть вам три стихотворения. Первое будет как раз вот именно в этом зале меня должны понять. Другие, может быть, и не поймут. Ты говоришь, я бесполезная и не умею ни черта. Приводишь доводы железные о том, какая я не та. Не та, которая послушная, не та, что героиня-мать, и счастья тихого всем нужного мне в этой жизни не видать. Ты говоришь, моя поэзия не стоит вовсе ничего, уста в реальности, разрезе, и в ней плюса нет ни одного. Ты говоришь, стишки дурацкие должны не делом жизни быть. Сижу, курю, как фон нотации, упрек, что не могу любить. Сижу, курю, какие разы мы все же, милые мои, с тобой. И пусть мечта моя напрасная, сижу, довольная судьбой. Наверное, тоже что-нибудь такое поэтическое на поэтическую тему. После драки, известно, кулаками не машут. Ну, а я после драки пишу стихи. Ведь поэты, когда хорошенечко вмажут, свою жизнь легко, да в формат строки. И тогда держись обо всем, что было. Отвяжись, цензура, о том, что есть. Я любила его, как же я любила, и пускай о нем уже рифм не счесть. Он живет во мне, прописался, сука. Мне б забыть, запить, навсегда прогнать. Мы сказали все так давно друг другу. Почему же о нем снова ваша мать? Вот, ну и последнее, наверное, поздравляю с юбилеем себя. У меня тоже тут был юбилей вчера. Сколько тебе? 20. Сколько не есть, сынок? 25. 25 мне и 20 лет моей творческой деятельности. Одни юбилеи. Тогда ладно, точно то, что все время просят, всегда отказывала, только ради театра поэтов послушайте. Где ты бродишь, моя хулиганка? С кем ты ночи проводишь теперь? Что сейчас у тебя за приманка? Скольких ловишь на страхе потерь? Скольким даришь пустые надежды? Скольким лестью ласкаешь сердца? Буду верить, ты та же, как прежде. Ты чего не забыть мне лица? С кем теперь ты воюешь, малышка, за свое я решу все сама. Кто сейчас тот несчастный мальчишка, хитрым взглядом сведенный с ума? Для кого ты теперь, моя радость, стала смыслом всех будущих дней? Знал бы он, как же мало осталось называть тебя нежно своей. Знал бы он, скольких ты погубила. Знал бы он, как потом без тебя. И какая нужна будет сила выжить так безответно, любя. Спасибо. Разреши мне сказать два слова. Без протокола. Значит, дорогие друзья, группа «Лопус», ей нужно уходить, ребята. Можно один исполнить песню, а потом капустик, и дальше будем уже стихи. Давай. Вот. Пока они выходят, готовятся. Кто у вас будет оплакивать? Сергей Дальцов. Вот. Будешь, Серега? Пока ребята там поставили. Сергей Удальцов, тоже театр поэт, великолепный. Поздравляю театр поэтов с юбилеем. За последнюю пятилетку, в которой я участвовал уже в театре поэтов непосредственно, он мне стал очень дорог. И, конечно, много сменилось площадок, и совсем уже другие стихи сейчас пишутся. А я прочитаю один стих. Наверное, это возвращение в 2008-2009 годы. Не станут основными в нашей жизни аккорды грусти, серости, дождя, мотивы резкости, жестокости, болезни. Да, вычеркнуть никак, но жить ими нельзя. Каждый день я лицезрю тускнеющие очи, поникнувшие плечи, печальные ухмылки. У путников нет мочи и неразборчив почерк поэтов, что пророчат к иному предпосылке. И кто-то слеп, кто-то циничен, кто-то равнодушен. Кого-то нужно лишь чуток встряхнуть, ведь холодом сердец он был давно остужен, теплом твердой руки осталась жизнь в него вдохнуть. Возможность доброй грусти твердо вошла в мой разум, музыкой веры, лирикой моей души. Не отвергай, взгляни хоть одним глазом, всегда успеешь плюнуть, не спеши. Мир только твой, тебе нужно решать. Я вижу всех, как плачут ваши ангелы. Для искреннего счастья нужно искренне страдать. Взглядом ищите пламя, я поджигаю факелы. Спасибо. Спасибо.
еще изобразить. Ну как, ну в честь, то есть в принципе актеры читают свои стихи не как авторы, это неправильно читать свои стихи, будучи автором, как актеру, но в честь с юбилеем можно попробовать. Вот воскресенье настало, вот снег января закружился, троллейбус один прокаженный, как будто ныряет в кавернах. Зима в полном праве своем, в темной славе своей простудила. Я смотрю сквозь стекло, подбираю небрежно размеры для зимы, для сугробов, троллейбусов всех прокаженных, как их ямли, хорей, антибрахи и дактиль быть может, но они все скрипят проводами. Но в своей коммуналке убогой ты, смотря календарь, очевидно, меня поджидаешь. И летят перелетные дни через зиму над зимним сугробом, через улицу, скажем, болотную на итальянскую. Я тоже мог, хоть живу в трехпалатной квартире, что с того, что я словно Воланд в дворец обращаю. Я в дворце одинок, я в венце одинок, я вообще одинок, дорогая. Я, наверное, бездарен. Мне надо было пойти работать слесарем, чтоб к тебе в воскресенье прийти. Так нахально легко постучаться, прогреметь инструментом через коридор коммунальной квартиры, отказаться, как честный трудяга, от ассигнаций, соблюдая мучительный выбор между тобой пол-литром. Но все это мечты. Поздно мне, усмехаясь, усы виртуозно ладить инструментом с леса. Сижу и смотрю, как снежинки, лишенные крыльев, 116-й раз сверху вниз растекают пространство, как кружится зима, заметая во все переделы, как троллейбус скрипит, и не в силах его описать я. Только с люстры хрустальной копейки, тонкая юга и жалобным белым в коммунальной квартире твоей. Где легко потеряться. Браво! Отличное чтение, которое, в общем-то, такое, как был задуман театр поэтов, решил, почему бы не попробовать. Вообще это неправильно, потому что одно дело, если ты там читаешь стихотворение Пушкина и доносишь, что ты в нем открыл, а если ты сейчас написал сам, ну, надо выйти и прочитать скучнее, потому что читатели открывают, ну, честь и видят. Спасибо, Сергей. Академий Кузнецов и готовится Игорь Борисевич. Здравствуйте. Я хочу поздравить театр поэтов с юбилеем. Я сексуально новый человек, пришел в игры. Хотелось бы маленькую интродукцию сделать. Меня абсолютно поразила идея ТВ-поэзии. Я, собственно, решил прийти сюда и познакомиться со всеми. Что, на мой взгляд, поэзия, она должна, если не опережать историю, то точно идти с ней вроде, как сплить на той ноге. Поэтому я очень ценю то, что делать будет гарантивен. Я посмотрел на записи, мне это очень понравилось. Я вам прочитаю творение свое, которое будет название уже.
Словно кто-то ошибся, окликнув тебя в толпе, и ты навсегда остался простым прохожим, если нужным кому-то, то только своей судьбе. Впрочем, и с нею мы вряд ли столкнуться сможем. Все закончится скоро, хоть мозг твой давно прокис, и листья готовы обрушиться, словно титры. Но август, если допишем, не более чем эскиз, и в силах уже отличить все цвета палитры, так и тянутся дни, сводя календарь с ума, и в гуще кофейной почти растворились числа, словно скверно пошитые брюки, и жизнь сама вся трещит по швам от избытка смысла. Пусть не будет больше застывших огней вдали, потому что судьба твоя близорука, потому что дороги всегда вели только в ту страну, куда можно войти без стука. Заговори со мной, пустая ночь, ведь я давно во всем тебе сознался, хотя бы краешек судьбы мне напророчь, чтобы я в снегах твоих не затерялся, а мрачным утром выгони меня в скрипучие нетопленные сени, где за окном поспешно семеня плывут в печаль упутанные тени, и словно брызги солнца фонари меня влекут по северной пустыне. О, ночь безумная, прошу, заговори, лишь твой язык понятен мне отныне. Спасибо. Игорь Борисович! Сейчас все расслышит, я надеюсь. Я поздравляю театр поэтов. Вот, наконец-то мы выбрались из подвалов во дворцы. Наконец-то мы нашли для себя достойное место. Я расскажу маленькую сказочку. Щеляет, короче, фанат такой. Оле, 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 оле! Синий Спартак, ЦСКА чемпион! Оле, 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 оле! Синий Спартак, ЦСКА чемпион! Вдруг видит, такая барышня сидит и читает сборник поэтов из театра поэтов. У него крыша снесло напрочь, он выбросил свой шарф, забил вообще на футбол и заорал. Оле, 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 оле! Стихи и дефиле! Оле, оле, оле! И дефиле, красоту и ямбы, всем бы нам бы красоту и ямбы, всем бы нам бы. Ну, короче, начал он писать стишки, и рыбачки, ну, неважно, какие стихи, главное, в рифму. Мое почтение, господа, особенно дамы, господа и дамы, красота и ямбы, господа и дамы, красота и ямбы. Ну, короче, конкретно такой чувачок читает, рыбачок, вообще мужчина такой брутальный, все при всем, плечи и талия. Нормально такой под негров за косы ставит вопрос, а нужна ли женщина, нужна ли женщина? Нужна ли женщина на корабле? Най, но у них не женщина хороша, там где стихи и дефиле. Оле, 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 стихи и дефиле. Красоту и ямбы, всем бы нам бы, красоту и ямбы, всем бы нам бы. И вот по всей планете пошла волна, все стали писать стихи, рисовать картинки, забили на все футболы вообще. Закручились тут Путила Медведевич да Прохора Брайна. Что делать? Народ на футбол не ходит, занимается художествами всякими, как такими людьми править. Поймали этого поэта и сделали из него робота страшного вот такого, чтобы он бегал, уничтожал поэтов, красоту уничтожал. Ставьте в меня, правда, разъемы, гнезда, шнуры, черепная коробка из льда, я выхожу из норы. Составь из меня батальон, выстрели мной в небеса, я зверь архаичных времен, я лев, я удав, я оса. А тут прилетает Гагарин, короче, на самом деле, он тогда не вернулся обратно на Землю, а полетел на Альфа-Центавра коммунизм строить. Вот он построил, вернулся, а здесь вообще бардак и запустение. Холод у всех в сердцах, все бабло зарабатывают, забили на любовь, радость.
Я знаю, у них работа, бабло, футбол, бухло. Работа, бабло, футбол, бухло. Ничего больше в башке нету. Поймал этот Гагарин, вот это вот киборга, значит, притащил он на последний солнечный остров. А там эта барышня. Снесло он этого. У него сердце загорелось. Он вспомнил про любовь. Горячая кровь его расплавила все его там чипы. Все эта чипизация прошла вообще напрочь. И он воссоединился с любимой. Пой, любимая, пой. Тихий ветер и солнце с тобой. Для тебя расцветает земля, расстилает коврами поля. И наступила на земле любовь и счастье и красота. Ура! Поздравляю театр поэтов с десятилетием. В основном я больше наблюдатель, чем участник, но уже давно наблюдаю за этим движением. Уникальное движение, на самом деле, действительно. Еще не знали люди крыш. Вредейники созвездий спали, стихии строились в спирали, и боги не рекли ниш. От взмаха первого крылом брала поэзия начало, так словно сути не хватало пространству без движения в нем. Все, лист ослаб, и легким дуновением его вычесывает ветерок. Теперь душа с другой душой в листопадение сполохнет о неизбежности потерь. В зеленых кронах желтизна, как прозе. Заметно, если только на просвет. Но я-то знаю, это осень в позе ликующей стоит. Спасения нет. Она придет ни шатка, ни валка, и босая исполнит свой полет. По лужам шлепая, как будто жарко, и солнце в лужах в пятки ей печет, и вновь спасая от невзгод грядущих, не покидающий нас птичий клин, ошпарит эти северные кущи кровопусканием рдеющих рябин. Люблю ее в расцвеченной жилетке, кликушествующую с малых лет. Вот только бы не оголялись ветки, не медлил бы с восходами рассвет. Спасибо. У каждого места есть своя магия. Я не знал, что я хочу читать сегодня, но неожиданно, вдруг, случайно, в кавычках, я узнаю совершенно потрясающую историю о том, как была придумана буква Ё. Оказывается, ее придумал Державин. Нет. Я рассказываю то, что я услышал, но меня поправят. Знающие люди, рассказ был такой, что Державин как-то пил шампанское с Екатериной Дашковой. Вот Дашка придумал. Ну, возможно. Ничего. Шампанское называлось «Мой я». Твое? Ну да. И она спросила Державина, а вот как, ну, вот как он по-русски говорит, по-французски, понятно, а вот елка.
Вот как вот написать, чтобы понятно, что это елка не елка? И Ржавин оторвал от этикетки мою французскую «Э-сумлял», приклеил и написал. И вроде бы с этого началась эта история. Да, да, да. Вот. Поэтому без всяких предложений я исполняю сегодня стих, посвященный и Владимиру Антипенко, и Державину, и эпохе, в которую это все зарождалось. Павловский парк империи. Павел, Павел, за что меня гонишь? Строишь крестьян-землекопов в каре. Либерте! На 25 лет там барина Павловский на Гатчинский плац к парадной муштре. Эгоните всех сословий перед дыбой и березовой кашей на подмостках у палачей шутников был хороший французский язык у Маши. Будя, наша Маша-то певчая без языков. Равенство, ревность, ровность ломаных линий штыков молодцов. Сиротинушки в буклях из пакли, надставки суворов, в гробу Румянцов. А пули по-прежнему дуры у санкелотов, шведов, тураков, стрияков и прусаков. Фрателлните! Франция в ужасе слушала русскую речь, братуш. Алло, алло, фамилия Батайон! И поют, ложась под картечь. Кто же наши девы? Наши девы, Афина да Минерва, вот. Кто наши девы? Соловей, соловей, Ташечка, Кинаретечка. В клеточке поэт. А кукушечка с зябликом ссылки сибирской озявшей, примостившись в пруду, у ног обнаженной Венеры императору нервному кукуют короткий бег. И чижики, пыжики, водки больше не пьют, чирикают, но не поют, наблюдая бесконечные экзекуции, экзерсиции, круглосуточный марш Мацион. Будет вам Библия, революцион! Устала Афина баллада от флейты и барабана. И Венера тоже устала от прицельного взгляда часового солдата. У языческой бабы-девицы на божественных ягодицах желтеет мрамор. Евстиция с огромным мечом. Правосудие как всегда ни при чем. Отвернулась от постамента Мюнхгаузену, которому даже мальтийским крестом не удалось за волосы вытянуть себя самого и Россию. Вытянулась только линией тонкой империя Павла Гатчинским плацо, Павловским парку, дворцом, Михайловским замком, полосатой будкой шлагбаум, прусским мундиром и приком. Спасибо. Поскольку по магии я свои песни. Я бы вот хотел позвать сюда человека, заведующий музеем Державина, заслуженного работнику культуры Российской Федерации Галину Ивановну Вавилину. На самом деле. Спасибо. Вот я вам честно скажу, что если, на самом деле, если бы не Галина Ивановна, то не было бы и первого раза у нас. А сегодня мы даже два раза, второй раз. Спасибо вам. Это все по Дарье, которые ушли да, тоже. Да, да. Зрители были у нас очень много. Зрители сейчас, они, я думала, все по... Они... Ну, сейчас... Ну, что мне остается сказать? Всероссийский музей. Подождите, сейчас. Сейчас, я сейчас вам дам слово, сразу же. Прошу.
Всероссийский музей Пушкина Александра Сергеевича и музей Державина и русской словесности его времени с удовольствием принимают наши, так сказать, апартаменты, поэтический театр «Послушайте». Это замечательно, что у нас столько молодых поэтов, столько молодежи посещает вот ваши мероприятия. И вот я думаю, что у нас действительно есть поэты и есть поэзия 21 века. Лирическая, нелирическая, вот шуточная стихи я с удовольствием послушала. Это, конечно, сегодня. И сегодня очень приятно, конечно, что вы у нас. Правда, я тут замечание сделала одному человеку. Я даже знаю, как его зовут. Выйти. Тибул Камчат. Я думаю, все поняли, из-за чего его попросили выйти. У нас ведь очень строго, у нас тревожная кнопочка. Тибул Камчатский алкоголик, он постоянно пьет. У нас музей, но это не значит, что вы имеете право музея Державина, великого Державина и русской словесности его времени читать свои прекрасные стихи. Либо начинающие поэты, я смотрю, у вас уже на 10 лет интерес очень поэтов много есть. И, конечно, вашему руководителю, художественному руководителю Владимиру Анхитенко я просто кланяюсь. И вот тогда и сейчас столько прекрасной молодежи у нас. Театру поэтов, вам, Владимир, я желаю больших успехов. Приходите к нам еще. Правда, в музее, видите, нужно вести себя немножко по-другому, чем в клубах, наверное, или каких-то. Но я думаю, что в основном у вас прекрасные люди, прекрасная молодежь. Тибул Камчатский гениальный поэт, кого прогнали, но он алкоголик просто. Ему, он вынужден все время пить. Он такой добрый. Значит, больной человек. Да. Что же поделать? У нас больные тоже есть, к сожалению. Спасибо вам большое, поздравляю вас. Прекрасную афишу. Одна у меня, одна висит во дворе, а вторая большая афиша на фонтан. Так что, если хотите, мы вам подарим. И, конечно, себе оставим. НВФ, научно-вспомогательный состав музея, Всероссийского музея Пушкина. Галина Ивановна, у меня один вопрос. Можно? Вот там помещение уже театральное. Да. Можно когда-нибудь мы там два спектакля в один вечер покажем? Ну, когда-нибудь, как-то. Не обязательно сразу, завтра, когда-нибудь. Когда-нибудь можно. 22 день. Все, хочу сказать. Я уже не здесь. Я не заведующая музеем. Директор музея, Всероссийского музея Пушкина, который дает разрешение, это я и спрашиваю, вы просите. Господин Некрасов. Господин Некрасов Сергей Михайлович. Он даже сегодня хотел прийти, но, слава Богу, от камчатского товарища он не сделал. Он его знает лично даже. Лично даже? Он его знает, поэта Тибула Камчатского. А вообще я работаю в музее Державина, заведующий театрально-концертных программ. Вот я чем понимаю. То есть у нас здесь концерты, театры, спектакли. Ну, я не знаю, чем вы заведуете, но все, что здесь происходит, и все люди, которые вот с вами сотрудничают, чуть что, они сразу, пусть Галина Ивановна скажет, а может, пусть Галина Ивановна скажет. Значит, что-то больше. Какой у меня имидж в этом музее? Сейчас. Вот вы хотите, да? Да. Вы хотите, да. Вот правильно вы сделали, что порыв у вас пошел. Да, вот у нас так и надо. Есть порыв, на сцену давай. Олег Анатолий Егорович, бывший работник, бывший рабочий Балтийского завода, пришел со своим товарищем, который меня позвал сюда. Конечно, мне очень... Я рад, что поэзия существует и будет существовать. Я не буду больше говорить, я хочу просто три кратко сказать, все. Вот мой друг, какие мысли.
да на воде, да чтобы волосы повисли на кучерявой бороде, да чтобы лысина задохлась от густеньших волос, да чтобы черпать воду ситом в нашей жизни не пришлось, чтобы забыла друга. Выход был вокруг везде, чтобы друг не бросил друга в тяжких мухах и беде, чтоб в беде копали яму. А соломинка спасла. Да чтоб война людей рожала, тех, которых унесла. Спасибо. Мы это чьи были сети? Мои. А ваши? У вас еще? Ну давайте еще. Немного. Нет, давайте еще один. У нас сегодня не литературный вечер ваш, да? Вы нас поздравляете, мы слушаем, да. Что? Могу прочитать или Рубцова, да, Волгинщина, или Высоцкого. Кого что горит в вас, читайте. Во-первых, был день рождения Высоцкого, значит, Семеновича. Обложили меня, знать попал я в беду. Разбежаться бы мне на все стороны, вокруг дичи отостают, во мне дичь признают, да кружатся вокруг вороны. Я улыбку оскалил, и все силы собрав, сердце бьется во мне, а в атаке живых желчь, а не кровь. И опасность не вновь, что в живыми возьмете собаки. Только наглым охотником я не слуга. Ни к чему мне ошейник, да и ваша подлая цепь. Мы же волки, а волки покорные богам. Наше счастье лесной или широкой степи. Наши ноги догонят и накормят клыки. А союзницы и ночи мы четверо злечи. Потому что по доле мы свободные волки. А не то, что цепные ваши твари собачьи. Ваше оружие послушное и послушан аркан. Кто из них скоротит нашу скорбную долю, но покажись на долю коварный капкан, мы грызем своей лапой, мы уходим на волю. Спасибо. Валяев Анатолий Егорович. Спасибо. Мне спасибо. Я бы хотел позвать вас. С вами договариваюсь? Да. Здравствуйте, дорогие. Как говорите? Господи, что можно с вами вас попросить сюда? Говорите здесь. Окей. Вот там зал. Ребята, пускай это будет подарком моим. Я здесь впервые. Владимир, мое почтение к вам. Спасибо. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет. Легче пост и с ума. Нет. Легче труд и глад. И не то, чтоб разумом своим я дорожил. Не то, чтоб с ним расстаться был не рад. И когда восставили меня, как резво я пустился в темный лес, я б заслушивался волн, я глядел бы счастье пом в пустые небеса, и волю силен был бы я, как вихрь, роющий поля ломающие леса. Так вот беда, сойди с ума, и станешь страшен, как чума, как раз тебя запрут, посадят нацепь дурака. Как зверь как разнить приду. А ночью, буду слышать, я не шумлю рукой за гроз. И не песни звонкой соловьем, а брань товарищей моих, и крик смотрительничка, и визг, и звон оков. Спасибо вам. Как вас зовут? Меня зовут Мартюшов Сергей. Мартюшов? Я очень рад. Мартюшов? Да.
Артюшов Сергей работает в молодежи театра «Фонтанки» режиссером. О, нет, лучше об этом не рассказывайте. Все расскажите. Я так полагаю, что это было? Что это было за стихотворение? Господи, а вы разве не знаете, это для вас. Что это было за стихотворение? Это Александр Сергеевич Пушкин, черт возьми. И в данном случае вы действуете как актер. А я могу с вами поиграть? Сейчас? Да. Ну, да. Вы не могли бы просто стоять? Как вы можете? Нет. Просто стоять и стоять? Конечно. Единственное, о чем я у вас попрошу, это не отводить мне глаз. Мое беспечное незнание лукавый демон возмутил. И он мое существование своим не фиксировал. Я стал взирать на голову дальше. И лежит в зал себе принимал. Простите, ребята, я... А сам-то не отводи глаз! Игра закончена. Хорошие правила игры. Спасибо. Вот так надо шутить. Хороших профессий. Спасибо. Все, спасибо. Сколько, Саша, там еще поэтов? Человек шесть. Все, шесть поэтов и... Да, Святослав Коровин. А Аля Ру завершает песню, да? Это еще не скоро. Не, на сегодня вечер, типа, лирики. Я думал, что почитать, понял, что два лирических, одно, которое мне Володя запретил, я понял. Да, он иногда запрещает. Я вижу чьи-то города и раскаленную в них медь, но я смотрю в твои глаза, здесь больше не на что смотреть. Я поцелую этот мир, кипит от радости слеза. Здесь больше не на что смотреть. Я смотрю в твои глаза. И каждый раз, ломая курки, я по привычке делаю дым. Я живу, как молодой бог в окружении холодных витрин. И каждый день ничего не несет, это сальто. Из прошлого в завтра надо мной парашютный шелк. И никакого пути нет обратно. Ну, сейчас запрещенное. Я не знаю, почему запрещенное. Там нажима-то нет. Ломая стереотипы, живя так, как хочется. Впрочем, богиням пора научиться любить свое одиночество. Странный сюжет, подростковые нормы. Ничего здесь такого нет. Диалоги, как самое жесткое порно. Слова, как снаряды. Любовь, как патрон. Полицейские наряды лезут со всех сторон. Полиция мысли, полиция мысли, полиция мысли. Кто-то был прав, придумав все это. На всех углах горлопанят поэты. Любовь, 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 любовь. И сон обломался. В самом начале все разрывается теплыми стали. В парке у Пушкинской далее круче. Есть лишь реальность. Виртуально здесь никогда ничего не получит. Отели Фонтанки, крепкие поцелуи. Реальность вывернулась наизнанку. Эта реальность танцует. Эта реальность, как мрачная гетто любви, позабытого всеми поэта. Поздравляю! С десятилетием прочитаю стихотворение, которое единственное, я помню наизусть, которое написал 10 лет назад как раз. Езжай с хлеба, что я лично тебе принес. Ты ела так же методично, как он бы полз. Пока я мялся в недомовках туда-сюда, грибы хрустели на иголках его хребта. Я изжевал метелку, спичку, зубов битком, пока ты съежила брусничку снимал ртом. Смыкала губки в шоколаде, топя оскал, пока я себе на кровати не годовал. Я одеялом, матрасом был весь накрыт, ведь показался мне ужасным твой аппетит. Я каждой фиброй, бог свидетель, вопил: не трожь, не трожь, не жаль. Был съеден сей бренный еж. И вот когда ты крошки с пледа смела под стол, душа не вынесла поэта, и я ушел. И предо мною в скорбном плаче аж два часа стояли словно снова зрячие его глаза, живой, как будто игла кожей, и мокрый носок, и снова его лапки кожи наискосок, как будто снова
снова не давши пропасть добру, за шкирку и фитюшку дашь свою нору. Как будто с мордочки очистили шай слизь, он вновь рычат чихом листья взметает ввысь. Как будто бродит данный ежик среди рябин, а не рассыпан горсткой крошек на ковролин. Увы, уж нет и в помине ежа, клянусь, к тебе, чудовище, отныне я не вернусь. Я ухожу в решении твердом навек, прощай, не жди меня, блин, сторону, к себе на чай. Ну и вчерашний, пойдем по бумажке, на чек по Мигельевичу. Сейчас уже все можно. А, может, да? Ушла жена, я бросил строить дом. Пусть зарастет он чем-нибудь зеленым, допустим, ускалистым ковырем, или, положим, древенем ядреным. Пусть едкий плющ ступенькой, проскрипев, с порога вдрызг окажется рассеян, где вьюн лишайник с бабочкой надев, анютиными глазками лелеем. Пусть колокольчик фундаменталист растет в стене, покачивая люстры, и лопухов вершится перелист меж волчьих ягод с заячьей капустой. Пусть оплетет багульник берез лет, и лютиков трепещут переливы, и ослепит купавки желтоцвет по праве из готической крапивы. Пусть тут и там, топорщись и клубясь, стоят, как под балконами титаны, засохшие, навек переплетясь, в пустых окошках чудо эти ваны. Пусть повсеместно ляпами евреят, произрастя из дерна и из моха, передо мной акации ребят в упругой вязи дикого гороха. Пусть в этот раз случится не вполне, случилось не вполне, из камушков жилищу состояться, я лавочку заполню при луне, альпийской горкой буду любоваться. Меня зовут Владимир Панкратц. Я что хотел сказать. Дело в том, что вообще-то в России ни одно поэтическое сообщество долго не держалось. Они все довольно быстро рассыпались. И то, что поэтический театр просуществовал творчески 10 лет, это событие. Это действительно событие, с которым я всех собравшихся и поздравляю отношения. Вот, когда я первый раз, так сказать, принял участие в действии поэтическом в театре, послушайте, то меня поразил такой молодой дух поэзии. Поэтов таких разнокрылых совершенно. Поэтому вот сегодня я хотел прочитать тоже такое молодое стихотворение, написанное в юности. Оно сохранило еще такое лирическое звучание, сейчас с этим несколько сложнее. Называется «Ты уедешь». Ты уедешь через полчаса. Громкий смех и грустные глаза. Вечер, потускневшее стекло. Паузы, значительнее слов, лица потерялись в голосах. Ты уедешь через полчаса. От признаний, притязаний, склок, от привычных городских дорог, по которым ночью шлялась тьма, мучая, пьяня, сводя с ума, ветер дерзкий с плеч срывал платок. Полчаса и еще один глоток. Допивай. Безумствуют друзья, от которых спрятаться нельзя. Спрятаться в глаза померкших звезд. Ты бледна, и твой последний тост за пути, что не ведут назад, за еще не встретившийся взгляд, за грозу, что много дней подряд над окном рвет в клочья небеса. Ты уедешь через полчаса. Бросишься сквозь крик, не забывая, в тесный, дрессированный трамвай, но с подножки, будто с пьедестала, прошлому рукой махнешь, устал. 8 остановок до вокзала. Не увижу дальше этот сон, толчею бездомную перрон, не увижу, как войдешь в вагон, может быть, услышав стук колес, ты сдержать уже не сможешь слез, уносясь от покаяний прочь, будешь ты глотать пустую ночь.
чтобы там, среди чужого дня, так жить, будто не было меня. Но наступит вечер, в нем навек, грустные глаза и скучный смех. Что же ты смеешься, громче всех? Спасибо вам! Ведущего театра поэтов меня зовут Владимир Сергунин. Фамилия у меня редкая. Сергунин Владимир. Владимир Сергунин. Сергунин. Да. Фамилия у меня редкая, псевдонима мне не будет. Я прочитал вам два стихотворения, разница между которыми совсем небольшая, всего 40. Называется «Первая встреча». Мелькают дни и лица. Не все растворится вдали, не нужно ведь с этим слиться, чтобы потом излить. И вот уж прошел развилок, и нынче спеши, и нет. И что бы там ни случилось, являйся ты ко мне. Придешь, подкинешь роз, и свой подведешь итог. И как обычно, без спроса, неся нетерпение здоров. Тебе до всего есть дело, заведешь в любую тетрадь. И строчки, что жили отдельно, уже удалось собрать. Уйдешь, не прощаясь толком, все лишнее отрубя. Прости же то, что долго не жилось без тебя. И веками путь отмечен, потом разберемся. И как? Спасибо за то, что встретили. Случая не было. Написано в 1972 году в перерыве на самоподготовке на войне. Там товарищ мой бросил фразу, и я, так сказать, его как бы взял в самое начало. Называется «Вчерашний разговор». И на мысли себя ты поймаешь. Значит, раньше себе ты был враг. Без любви поцелуй не бывает. Почему же бывает? Не так. Медленно, сразу на это ответишь. Обман, словно вешней любви, теплым майским и ясным рассветом, оставляет изломом следы. Что ж, она все преграды ломала. И весна на душе не пустяк. Кто сказал, что любви не бывает? Почему же бывает? Не так. Спасибо. Там за окном театр, их достает заметная заря из равнодушных складок декабря, скребущихся беззвучным молоком, за стеклами дождей пролежит школа. Так страшно, сердце защемило, будто меня не защитит, как он будто от памяти наящихся игрок. И вот эту табачную дыму в строке, на кончике пера мой мир далекий, уже терзает следующий лист. Хребет шрифта ложится, как заплат, на старый, изржавленный молот, за зазеркалье. Саша, вот я здесь ничего не слышу. Я два стороны разобрал. Раз второй сонет, я слышу его. Второй сонет громко. Как ты говоришь? Хорошо. Громко. Нет. У тебя два винка сонета. Сейчас мы слушали первого, а теперь из второго винка сонета. Громко. Опавшая хвоя, стихи и кости. Над валунами вересковый морок. Спасибо, это был Александр. Меня зовут Надежда Бальзам. Но вообще-то я мама Вани Кузнецова и была Надеждой Волковской, поэтому Володя меня иногда помнит. Я хочу сказать спасибо большое Владимиру Антипенко, на самом деле, за Ваню, потому что он сегодня не смог, у него опять очередной проект. Теперь он Иван Калинин, вы, наверное, понимаете, кого он такой, удался. Вот. На самом деле, я вот скоро уеду, наверное, совсем в Италию, потому что вышла замуж. Но я только надеюсь, что театр поэтов не бросит моего любимого сына. И он не бросит вас. Одежда, мы нас в Италию, снимайте. Приезжайте. А теперь вот я лирика, я смотрю.
изобразить. Финита ля комедия. Печаль была, потехали. Ты чемодан с кольца бросал на мокрый пляж. Ты выгонял меня. Ну что ж, моя любовь уехала. И даже если мы вдвоем, такой сюжет – мираж. Мы взрослые, мы гордые, слепы в своих амбициях, глухая к музыке твоей. Не внемлешь ты стихам, и море слез соленое не забросаешь пиццами. Оплачен ресторанный счет. Чек, но счет пошел грехам. Уеду на Сардинию, я новая, свободная. Диетами и танцами себя обложу, и вспоминая наш роман, счастливая, голодная, дорогу в царство вольности я грудью провожу. Спасибо. Я поражаюсь людям, которые в театре уже давно. Там же список есть. Мы сделаем две звезды в театре, поэтому. Там же есть список. Что список? Есть энергия, мы скачем и работаем. Короче, спасибо, Володя, что всех нас собрал. Если уж будет забирать, то всех вместе. Немного замами и такой ритмики слов. Хлебников хлебом других кормил, чтобы не распухало хлебало, махать опахало мало, порхала молва про надежность перил, лучше, чем прил, отмывает сарказм саркоидозный глянец берил, раме с бельчонка молнией скрыл, свил и заполнил твердый каркас, гордый каракас встал под ружье, дружно искал в улыбках маразм, липкой наружно излечивал спазм, натужно, но все же изрезал жулье, поэты раздеты и рта не рычат, звук этот, как на балконе белье, режет глаза и в поклоне копье проходит сквозь рани, скрывавший бельчат. Полюс поменен на благостный плюс. Пени накапали, голос зачат, колос заколот и молот зачат. Я на запястье щупаю пульс. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, сердце рубец. Вальсом преодолел этот груз. Правда болеет, у нее флюс. Но в карте напишут, еще не конец. Называется «Рогалики». Ты просила меня что-нибудь написать, сидя на ветке и свесив ноги, продолжая с листьями обрывать плоды боярышника немногие, я посмотрел на тебя снизу вверх, отгораживая ладонью свет. Сейчас время детских утех мне, как и тебе, 7 лет. И пока что под деревом на песке, там, где вытоптана трава, я палкой нарисовать успел что-то похожее на орла. Потом написал для тебя «Слезай!» И тут же в меня боярышник брошен из сети ветвей, где смеются глаза и горит пятном платье в горошек. Ты бросала, а я бегал в пыли, но интерес оказался зыбким. Тогда ты спустилась, и мы побрели в магазин за рогаликами в обсыпке. Ну и последнее стихотворение. Циклично завершаем. Мы раньше смотрели цветные сны, барахтались в лужах, не ждали конца, цепляли червя на крючья блесны из никеля и свинца, строили шалаши гурьбой, шатали на прочность лед, шагали двором на двор войной. Ну, в общем, шагали вперед. И хлестала судьбинушка нас плетьми, стирая с губ молоко. Но все мы где-то остались детьми, где-то там, далеко. Спасибо. Игорь Кабанов. Мягкий свет, тишина голубая, чтоб фиалкой в сугробах цвести, подошла бы строка любая, что падет из небесной горсти, выпив клюквенные закаты, и сменил бы и звук, и вид. Но теперь с облаков кудлатых лишь серебряный снег летит. Месяц нежно и ласково светит, и в него, как в дверной проем, устремляются звездные дети, что снежинками мы зовем. Отвернись от речей застольных, от черемух минувших лет, и в улыбках пятиугольных отыщи затаенный свет. Помнишь, в осень дожди мы росили, те, что с прошлым не рвали нить, и прощенья у звезд просили, могут снова у них просить за забытых друзей и женщин. У снежинки, как у звезды, те же лучики, но поменьше, потому что не из воды их соткали искристо, мило, а из светов, что в каждом был, в них как будто любовь застыла, что врывается сердцу в тыл.
Ведь любовь не бывает вторая, лишь одна, и в любые дни оттого и летят, прогорая, только с лунных вершин они. Не рассеется розовых грез дым, будешь снежным огнем прощен. Ведь снежинки такие же звезды, только маленькие. Светом нежной брусничной строки расплескался закат в бокале. Я хочу, чтоб ветров языки струи песен моих локали, чтобы тайну увидеть в простом, что коснется лучами кожи, и луною сказать о том, что желалось до легкой дрожи, и слова угольками класть в печь души горячей новее, чтобы вьюг снеговая власть и смогла остудить, завеять то, чему до печали рад. Свет сквозь слезы, не в этом дело. Я хотел бы, чтоб окна в сад, и чтоб ты за окном сидела, чтобы тронуть твое плечо стихотворной щемящей силой, чтобы сердце золотой свечой тлеть от нежного слова милой, чтоб тонуло в озерах глаз, что разжаждалось додолго, вдруг ли, чтобы грели зимой нас жгучих чувств голубые угли, мне кудрявых волос гряду, заплестив свой словесный почерк, чтобы лебедем на пруду ты плыла в переливах строчек, для того лишь родится звук, пусть же будет тебе известней, чтоб твоих лебединых рук, лебединой касаться песни. Да, все кратко, и все пройдет, но затем лишь строка лучилась, плавя синий небесный лед, чтобы снова весна случилась. Пусть мне скажут судьбы тузы, прохрипят холодней, простудней, что мечты золотой пузырь лопнет, серых коснувшись будней. Да, уйдет он к зеленым снам, но затем лишь, чтоб их искали, чтобы слышался лучше к нам шум других пузырей в бокале. Подставляй под смех ладони, буду лить эмоций ливень, пусть зальет по плечи вдоволь, чтоб был полон мир и дивен, чтобы небо заплескалось рыбкой солнечной в руке, чтобы утро улыбалось через чайник на столе, чтобы курткой нараспашку обнимать весенний день, чтобы юркой открывашкой открывать сердца людей, чтоб сердца неслись в атаку против тех, кто против нас, вдоль по улицам с собакой, через ум за разум раз, чтоб в скворечниках сердечных что-то смелое жилось, чтобы речкой быстротечной кровеносно взорвалось что-то спелое, большое, сладко, липко, озорное, поливитаминное, поле это минное. Подставляй, смеясь, ладошки, буду сыпать через край ослепительные крошки, через ум за разум в рай. Поздравляю клуб с десятилетием Фрида Кальтерхайм. Песня будет называться «Север-юг». Север, юг, запад, восток, сердце стук, в мозгу медный рог, ты же сток, стражник всех вахт, запад, восток, в четырех стенах. Север, юг, сказочный лес, между углов решетки небес, снится ночами холодный исток, ветер в пустыне заносит ожог. Север-юг, взойдет луна, пустыня не ведает края и дна. Север-юг, железный капкан, ветер уносит кровавый туман. Четыре пути, по центру меч,
четыре странника, смешалась речь. Черные двери на тяжелых замках в империи зверя по имени Страх. Север-юг, запад-восток, душу отдав, упадешь на песок. Север-юг, дом далеко, уснуть на чужом песке нелегко. Север-юг, зайдет луна, пустыня не ведает края и дна. Запад-восток, железный капкан, ветер уносит кровавый туман. Спасибо. Я хочу прочесть стихотворение «Облака». Можно секундочку? Вова, секундочку. Скажите на камеру, как вас зовут, четко? Фрида Кальтерхайм. Я поздравляю Володю конкретно. Я у него как-то ставил спектакль, уже лет пять не посещался. Завтра праздник блокадников, поэтому я читаю блокадное стихотворение. Сейчас начало вспомнил. Оно не редактировано, как я считаю, а сейчас уже в редакции выходит четвертая моя книжка. Все равно, как ни горько, ни муторно, сознавать мне значение слов. Вот машина несется полуторка, и во новых довозят дорог через лагерь. Что же полуторка? Может, что-то блокадный синдром, может, в жизни. И как тут на утро вам? Да, сегодня был утренний гром. Как обед, обед по-обычному. Ныне крестный мне так говорит, а в блокаду совсем непривычным был. Неналаженный сытости быт. За смушку, за карточки хлебные ведь могли убить, не таясь. Крестный мой, это песня хвалебная для таких не вбирающих грязь, не машин, а людей. Дитё малое был далекие те ты года. А сейчас выражение усталое на лице у тебя завсегда. Славьтесь, люди простые, забытые. Кто тот голод чумной пережил, и в могилы вы славьтесь зарытые, на вас нет известности сил. Все равно, как ни горько, ни муторно, все равно ты летишь сквозь века. Ты простая машина, полуторка, грозовые будя облака. Февраль сошел на нет. Его почти не стало. Лишь таяние снегов в безмолвной пустоте. Еще земля дрожит под белым покрывалом, но скоро снег сойдет и станет в ноготе пред всеми зрячими вечерней суете. Я ж не спешу ни ликовать, ни пить за пробуждение. Я точно знаю, сон земли чудесен был и нежен. Эй, птицы, прекратите радостные песнопенья! Мой дом, мой сад пока еще заснежен. Я кай, мне радостен поземки скрежет. Я кай, мне навсегда февраль стал братом, и на душе ни капли не тепло от ваших песен. Покуда в зимнем сне я разговаривал с Сократом, пил с Дионисом, бродил по сказочному лесу, тот мир честнее мне стал, а ваш мир суррогатом. Белым яблоком пасть на землю и лежать вот так на снегу от отчаяния и нетерпения, ожидания не в моготу. С белым яблоком ждать, что подымут, что шальною рукою затреплет. Но взгляни, и не видно от дыму, и округа пуста, и в пепле, и пугливым грачом станешь биться, а стекло, что подкрыли ставни, безраздельные вялые листья для тебя простынею стали. И не здесь это место, да разве этот дом ли? Твоя ли обитель? Ожидание словно проказа, да и можно ли в хаос выйти? От
того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли? От того ли, что ты сейчас далека, расстояние и время рисуется боли, я не знаю, в чем разница. Может, в тоске, что сковала меня, погрузив прочный кокон, вечерами гляжу в небеса, биенье в виске отражается на душу колокольным звоном старой церкви на Орленском берегу, и всплывают картины бесшабашного детства, наши игры, пятнашки. Ты помнишь такую игру? Вот и я. И от этого никуда нам не деться. Представляю порой, что ждет меня дальше. А дальше все просто. Суета, ненужные встречи, хочется просто исчезнуть, как кораблик бумажный, что течением быстрым уносит бескрайнюю вечность. Так живешь и не чуешь, куда убегают года и в какие бегут непроглядные дальние доли. От того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли. Спасибо. Листяные ночи канули во мытье, серпень целует очи, жалует на жнитье. Леший порой сумеречную кутается в березняк, лижет дорогу млечную тот, что сказать нельзя. Вздохом лучина погашена, валенки на печи. Дочка в леса, не ваша ли, родная, не кричи. Звезды захороводили, месяц согбен в горбе, бабку зарезал еродивый в собственной ее избе. Бродят вокруг избы несказанные гости из неотсель, и одиноко пьяную рубят живую ель. То, что сказать не осмелится, все языком сучит. Дочка в лесу не шевелится, родная, не кричи. За окном заснеженный клен и серый полуночный голос. Чей это голос, утомленный, как брошенный колос, испуганный тем, что периметр парка чист, ногой пес трогает снег, одинокий Петрарка звездами слез. Ты повстречался ему на аллее в желтом шарфе и пальто. Можно подумать, что небо милее никто. Долго стояли в заснеженном мире, черные и с хвостом, словно на листе А4, точка с запятой. Спасибо. Ночью снег был теплый и пушистый. Вышел я, он падал мне на плечи, словно чудо вспомнило свершиться, словно вновь я радостью увенчан. Шел с тобой рядом, нежно-нежно, улыбаясь лишь тебе, родная, а наутро вышел в город. Где ж ты? Только грязь вседневная, сплошная. Снег растаял, сделался водой, растворился в грубом внешнем мире. День его окрасив чернотою, только тем и радовал, что минет, и опять с небес пушинки-блестки спустятся влюбленным на ладони, и опять на каждом перекрестке разум мой в глазах твоих потонет. Это небо, полное тобою, этот смех снежинок Петрограда я приму наверх своей судьбой, мне любви иной не будет надо. А потом рассвет опять размочит сон мой заколдованностью круга. Снегом ты ко мне приходишь ночью, сыростью с утра, с тобой разлука. Сейчас, открывая душу безвыходностью пространства, мы крутимся в автомате винилом на 45,
и скрипом внутри дорожек расходится святотатство разложенных в мозг пиратей, что мир мешает спать. И где-то на дне ущелья, похожие на гнилушки, спасаются наши души стихами из ледников, а рядом над колыбелью стихи сочиняет Пушкин. Слова его Богу в уши про вечность и про любовь. Серый карандаш пишет серые стихи. Синие чернила успокаивают глаз. Черная гуашь нам указывает путь. Красная помада отвлекает нас от дел. Солнечный лимон превратился в алый мак. Лунный апельсин поднимается из гор. Небо синева загустело в черноту. Снега белизна засверкала в темноте. Городская мгла, как мозаика в ночи. Серебро полей, как бумаги чистый лист. Сонные пыльца солят город и поля. Серый карандаш пишет серые стихи. Спасибо театру поэтов за то, что он есть. Ирина Кошевная! Так, это стихотворение посвящается Александру Сергеевичу Пушкину. Смотрю на мир сквозь времена столетий, перед глазами образы тех лет. Вот Пушкин, гений поколений, спешит на тройке высший свет. Лицо покрыто страшной тайной, глаза его, как ночь, темны. Над ним злой ворон, рок печальный, парит предчувствие беды. Уже и чудное мгновенье осталось где-то позади. Невыдержавное течение вслед стонет, только не ходи. Остановись, иначе поздно, тебе нельзя туда, постой. Там смерть, и выжить невозможно, там балом правит карлик злой. Напрасно все. Он входит в зал под стук взволнованных сердец. Дантес, как выстрел прозвучала перчатка, вызов и конец. Знаете, я посвящаю всем поэтам. Я пишу, не могу не писать. Время мало, а мысли кружатся. Еще надо так много сказать и в себе до конца разобраться. Все вокруг, что скопилось во мне, предстает, раздвигая пространство. Строки, рифмы, врываясь извне, обретают свободу от рабства. Став надежно в один с немерят, я готова их слушать и слушать, получая сильнейший заряд и в стихах раскрывая всю сущность. А когда наступает хандра, нет возможности ладить с собою, вспоминаю про щедрость пера, взяв помощники разум и волю. И опять пред глазами встают люди, судьбы, их вкусы и нравы, впечатлений бездонный сосуд, облицованный яркой оправой. Спасибо. Секунду. Да я не могу. Исполни, пожалуйста. Прошу. Которое ты в первом отделении исполнял? Я?
Антипик, исполните про дятла, пожалуйста. Листвы скользящей пируэты среди берез и стройных сосен вплетались в яркие сюжеты, что в сентябре дарует осень. За перелеском одиноко склонилась пышная рябина, чьи грозди, наполняясь соком, играли россыпью рубинов. Неугомонная кукушка с лихвой насчитывала годы, а в отдалении на опушке грибных семейств пестрели взводы. Еще не все. Звучал аккорд природных звуков и эхом пролетал над лесом. В сопровождении дятла стуков вливался праздничную мессу. Спасибо, это была Ирина Ковшевная. Дорогие поэты, все высказались или кто-то еще что-то хочет сказать? Игорь. Ты же уступал. Ну, сам себя выглядит. Молодец, давай, Игорь. Про дятла, смешно сегодня. Про дятла. Песня про дятла. Про дятла или про дятла? Про дятла. Игорь, давай еще. Отложив свой рюкзак и учебников пеструю груду, о проказах забыв, будто стал он разумный, большой, человек деревянный, пошел погулять на запруду, хоть из дерева он, только с чистой и теплой душой. И на вид был смешной, да и звался смешно Буратино. Посмотрел он вперед, не добраться ему до озер, как артерию тром ручьем перекрыла плотина. Деревянная плоть, волокнистый, печальный узор. Лег холодный туман, как священника серая ряса. Вдруг фонарики глаз, будто искры жестоких комет. Буратино загрызли бобры и древесное мясо. Их желтых зубов разрывали и ели во тьме. Кровью мелких опилок покрылась ночная водица. Ветви съеденных рук, синий ветер собакой лизал. Человечек рыдал, папа Карло, ты можешь гордиться. Просвященный очаг, он ни слова зверям не сказал. Как же грустно сейчас, что не лезут стихи о высоком. Повседневность нас выпьет, как желтая пропасть во ржи. Буратино лежит, истекая березовым соком, а над ним стая дятлов, как уж почуяв, кружит. Да, просто забыл, что в понимании Игоря короткое это все-таки не очень короткое. Поздравляю театр поэтов. Виктория Пешковская. Новогоднюю ночь на Банковском мостике. Положили головы в лапы львам, целовались истово, как юнцы. Где рубеж у времени по нулям, можно взять историю под узцы, совместить желание на все сто, чтоб от совпадения в сердце дрожь, постигая вечное мастерство, к нам прибилась легкая молодежь, разорвавшись прихотью, фейерверк зацепился искрами за карниз, золотыми крыльями можно вверх, золотыми гирями только вниз. Спасибо! Виктория Пешковская! Да, тоже хочу. Давайте быстро. Быстро. Не длинно. Не длинно. И завершаем уже. Очень. Здравствуйте. Я хотела поздравить Владимира Театра Поэта. Поздравляю. Вот я стою. Я хотела бы поздравить. Вот я стою. Я же Владимир Владимирович. Где ночные, да, речь. А еще свободы. Ласкового лета. День был, кроме счастья, день заполнить нечем. Я желаю в жизни делать все вернее, чтоб от слез не вздрагивали плечи, а еще терпение, чтобы быть сильнее, времени, которое все лечит. Я желаю веры искренней и чистой, где любовь сильна и бесконечна, а еще надежды светлой и лучистой, чтобы гармония и счастье были вечны. Спасибо! Дарья Колосова! Сейчас мы
Значит, экспериментом, но он будет экспериментом. Уже все. Сейчас и для вас, и для поэта, и для меня. Значит, объясняю условия игры. Условия игры таковы. Я не знаю, как ты поешь. Раз. Хорошо. Я не знаю, как ты играешь на рояле. Два. Да? Я не знаю, насколько это будет все не длинно и не скучно. Поэтому ты начинаешь, если все адекватно, мы не сможем тебя остановить. Ару, пожалуйста. Ломали мне всю драматургию моего выступления. Чего я вот про шампанское тут разговариваю? Ты не играй. То есть там было все песни, магия называется, магия места. То есть творение, магия. Сюда, Рита, перевести камеру. Теперь я должен, я не знаю как. Магия должна быть в душе и в профессионализме того, что делаешь. Thank you.
Твоя музыка по-английски, да? Да. А как песня называлась? Магия. Магия. И Елена Галот коротким своим стихом завершает речь. Окончательно. Поскольку она тихая, ближе к ней камера. Ближе камера. А зал у нас, Лена, там. Я, во-первых, действительно всех поздравляю. Я не являюсь актером вашего театра только потому, что я больше к той части, которая послушать. Я люблю слушать, я сюда прихожу с удовольствием. Я люблю писать. Я хочу пожелать вам примерно того, что я сейчас прочитаю. И тебе, Владимир, тоже. Крошечка, сила. Господи, Господи, как же соскучились пальцы мои по написанию мыслей Твоих во мне живущих. Господи, дай Ты мне только силу. Видишь ведь сам, она на исходе. Я же Тебя никогда ни о чем не просила. В храмах Твоих растворяясь свечой скорбящей, слыша единственный только Твой голос. Господи, дай мне, пожалуйста, только силу, крошечку, ту сохраненную. Как же давно не парила я ввысь забытой, раскинув руки, и как недавно тонула в мути болотной, дном ощущая твою ладонь плечо, руку твердью, выталкивающей наружу. Господи, Господи, как же напоминать все, как суеты сдержать движение. Господи, не ослаби, укрепи мою душу проникновением чужого образа. Дай до конца испить в чистоте дыхания глупость надежды, листа багряного и в нашем с тобой молчании, Господи, пульсом плечо по плечу держится. Благодарю за единство единое, за передышку мою, неизбежный юли, последний юли. Всем счастья. Спасибо. Это была Елена Галот. И, дорогие друзья, все у нас все завершается. Просьба мужчинам помочь нам стульчики зеленые, а красные переставить с последнего.